Да. Добрый день. Марина, вы с нами? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас камеру Здравствуйте. Да. включу. Очень приятно вас видеть. Итак, уважаемые наши слушатели, я думаю, сейчас потихоньку у нас подключится побольше. Сегодня в рамках образовательного интенсива дизайнерский хакатон марки «Символы Приморья» с нами Марина Вакуленко с темой «Экспортный маркетинг». Марина Вакуленко – это действительно специалист с мировым именем, эксперт ВЭД, бизнес-консультант, владелец и генеральный директор «Экспорт Динс». Я думаю, что вы немного расскажете, да, о своей деятельности. И сейчас в рамках своей темы раскроете, ну, я думаю, секреты внешнеэкономической деятельности в контексте экспортного маркетинга. И я хочу сказать, что здесь большинство слушателей, которые еще подключаются, это представители фэшн-индустрии Приморья. Спасибо, что вы с нами. Итак, мы начинаем. Да, спасибо, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Вакуленко Марина. Я директор и владелец компании «Экспортдинс». Занимаюсь внешнеэкономической деятельностью без малого 30 лет на разных уровнях, разного там уровня должностей, разного направления географического и так далее. Имею несколько образований высших немецких, экспортный маркетинг, который сегодня буду рассказывать. Это не в чистом виде российский подход, так как мы видим из России, да, эту тему, но так как ее видят, в общем-то, участники внешнеэкономической деятельности разных стран Европы. Мы сейчас с ними в сложных отношениях, но тем не менее есть определенные вещи в науке маркетинга и в науке внешнеторгового дела, которые знать нужно, невзирая на национальности или временные какие-то сложности и так далее. Внешнеэкономической деятельностью занимаюсь я, как уже говорил, очень давно, и сейчас сопровождаю клиентов. Я не теоретик, я практик, я сопровождаю клиентов из числа и разных регионов Российской Федерации, которые занимаются и только начинают деятельность выхода на международные рынки, на импорте, на экспорте. Консультирую, мы готовим для них документы, мы находим для них иностранных покупателей, мы сопровождаем их в этих сложных историях, мы готовим для них внешнеторговые контракты, пакеты документов, ну, то есть вот в полном объеме под ключ оказываем эти услуги. Поэтому то, что я сегодня буду рассказывать, это не в чистом виде, ну, как бы сказать, пересказ учебника, да, учебники вы сами все можете найти, прочитать, это практическое изложение, вернее, изложение практических аспектов и практических нюансов, сложных в том числе, касающихся этой темы. Значит, формат у нас с вами сегодня, регламент, вернее, такой. Я сейчас открою на экране презентацию. Пожалуйста, подтвердите, что вы ее видите, что она вам видна. Да, она нам видна. Да, хорошо. Спасибо, Марина. И я сейчас, чтобы вы могли сопровождать, смотреть, да, мой рассказ и в презентации, могли бы ориентироваться, вам будет так проще воспринимать эту тему. Регламент такой. Я рассчитываю, что, ну, там, часа полтора я бы вам рассказывала эти вопросы, если у вас будут появляться какие-то встречные вопросы, то, что вас интересует. И вопрос короткий, да, нет, вы можете задавать его сразу. Я, если могу вот так коротко ответить, да, это применимо или нет, это неприменимо, это сделаю таким образом. Если ваши вопросы будут все-таки развернуты и будут требовать какого-то такого ответа дополнительного, развернутого и с деталями, тогда мы вынесем, конечно, это общение уже за рамки вебинара и лекции, вы напишите вашим организаторам, они мне вопросы передадут, никаких проблем, свяжемся. Вот таким образом. Значит, экспортный маркетинг – это тема интересная. Я не могу сказать, что она очень легкая. Ну, то есть просто вот вы сейчас послушаете вебинар, и все у вас получится. Но я бы хотела вам в сегодняшнем мероприятии основные вещи рассказать. То, что вы точно должны знать, чтобы вы ориентировались в море разной информации, в интернете в том числе, что есть достоверно, что нужно проверять, какие бывают гипотезы, как точно не надо делать. Поэтому с практической точки зрения, надеюсь, что вы сегодня какие-то полезные для себя вещи узнаете.
Что сегодня я буду рассказывать? В принципе, что такое экспортный маркетинг и зачем производителям фэшн-продукции, производителям, разработчикам, дизайнерам, зачем всем тем компаниям, которые работают в фэшн-бизнесе, вообще что-то про это нужно знать, да? Каким образом мы используем эту науку при поиске иностранного покупателя или поставщика, если нам нужны какие-то комплектующие, например, сырье, материалы, фурнитура, ткани, нитки, все что угодно. Как правильно подходить к поиску страны экспорта, если вы все-таки задумаетесь о том, что экспорт – это перспективно, это интересно, на что ориентироваться, какими данными пользоваться, чему доверять, и как строить вот эту логическую цепочку выбора страны, покупателя, вида покупателя, ниши покупателя, его профиль и так далее. Дальше поговорим об иностранных контрагентах, какие они бывают, кто может быть покупателем фэшн-продукции, как они выглядят, какие особенности есть во взаимоотношениях и финансовых, и документальных, и коммерческих с такими участниками рынка. Покажу, приготовила несколько прямо скринов и слайд с ресурсами. Проверки добросовестности иностранного контрагента, как проверить, насколько компания живая, вдруг вам написали какие-то люди, говорят, да, нам так все понравилось, давайте будем с вами работать, отправьте нам товары, мы когда-нибудь потом вам заплатим. Вот чтобы в таких ситуациях вы не оказались жертвой недобросовестного поведения иностранных контрагентов, тоже нужно понимать, что с этим делать, не бояться, а просто знать, как эту задачу для себя решить. Ну и несколько там комментариев по поводу кросс-культурных коммуникаций, особенностей для разных регионов. Вот таким образом, я надеюсь, что картинка, да, что сегодня представляет собой зона ВЭД для фэшн-продукции и ваши перспективы вашего конкретного бизнеса в этой теме вы сможете для себя определить. Начну с самого начала, с общей статистики, с общего понимания, что сегодня происходит в мире ВЭД, чем мы живем и как вообще можно обсуждать какие-то перспективы. Если я произвожу, отшиваю какую-то, например, какой-то сегмент одежды где-то в стране, у меня есть уже российские покупатели, стоит ли вообще задумываться о том, чтобы выходить на международные рынки? Российская Федерация уже достаточно давно, с 2015 года, является частью макроэкономического объединения. Вы, конечно, об этом слышали. Евразийский экономический союз. 5 государств он объединяет. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Российская Федерация. У нас единое таможенное пространство. И у нас единый порядок свободы обмена рабочей силой, капиталом, товарами, услугами. Помимо нашего союза есть еще огромный-огромный мир. Так вот, смотрите, мы впятером, 5 государств, все компании, которые производят любые товары, продукты, услуги, то есть все деньги в бизнесе, в экономике наших 5 государств, это всего менее 3% от совокупного ВВП всего мира. ВВП – это внутренний валовый продукт, это совокупность всех-всех-всех денег вот в экономике страны. Для сравнения, Евросоюз, который сейчас превратился в союз недружественный нам, я надеюсь, что это временное явление, просто такие кризисы уже были неоднократно, надо расставить точки над «и», надо понять, да, как теперь дальше будут выглядеть наши взаимоотношения, но к вопросу, когда спрашивают, ВЭД все умерло в России, я всегда вот этот именно слайд показываю и говорю, ребята, ну посмотрите, здесь никаких эмоций быть не должно. Мы впятером, 5 государств ЕАЭС, это менее 3% общего ВВП всех денег в мире, да, 2,7, если точнее. Евросоюз, который сейчас крайне недружественно по отношению к Российской Федерации себя ведет, это всего 22%, это тоже не весь мир. А вот 75%, вот этот зеленый сектор, это как раз все остальные страны, многие из которых сохранили здравый подход, не подключились, не присоединились к санкциям и спокойно, свободно продолжают с нами работать, сотрудничать и будут работать дальше. То есть ВЭД в Российской Федерации за вот последние там 2-3 недели событий известных, конечно, никак не умерла. И невозможно Российскую Федерацию из огромного количества цепочек поставок товаров и мировой торговли просто исключить, заявив об этом по телевизору. Так не работают процессы макроэкономики, поэтому главный основной посыл, что сегодня больше у вас, да, что больше нужно
все-таки придерживаться оптимистического взгляда или в какой-то пессимизм уйти и вообще об этой теме не думать, я всегда рекомендую руководствоваться здравым смыслом. Необоснованный оптимизм – это тоже вещь такая странная, да, она может увести совсем не в том направлении, куда нужно двигаться, и денег можно потерять много. А вот обоснованный, подтвержденный оптимизм, то есть когда вы понимаете, почему вы так поступаете, вот это очень важно. Поэтому я бы хотела, чтобы вы помнили о том, что мир огромен, и перспективы внешней торговли – это действительно перспективы огромные. Смотрите, численность населения тоже не случайно здесь показывает. Менее 2,5% – это все люди, которые живут на территории 5 обозначенных государств Евразийского экономического союза. В Евросоюзе только 6,6%, а все остальное – это тоже весь мир. А что такое потребители, численность населения? Конкретно в фэшн-продукции – это те самые конечники потребители, которые являются стимулирующим фактором для роста рынков. И если бы мы сейчас с вами говорили про какие-то, например, фрезерно-обрабатывающие там центры, большие станки, станкостроение, да, машиностроение, какие-то специфические темы товарных продукций, конечно, ну, ситуация, наверное, по-другому бы выглядела. Но фэшн-продукции, движущая сила наших вот бизнесов в этой сфере, это потребители, которым нужна новая одежда, которые должны ее покупать, которые хотят, чтобы эта одежда соответствовала их пониманию, видению мира. У нас растут дети, они вырастают из своей там одежды, обуви и так далее, и так далее. То есть перспективы сбыта продукции на международные рынки действительно огромны. И вот этот слайд тоже оставлю, и презентацию, если кому-то понадобится, к организатору обратитесь, никаких проблем, вы можете ей пользоваться. Тоже ваше внимание, чтобы если вы в начале пути, тоже четко сразу запомнили, у вас такой маячок в голове включился. ЕАЭС – это вот эти 5 стран, еще раз, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Азербайджан, который рядом, да, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан. Это не страны ЕАЭС, это страны Содружества независимых государств, это вот Содружество, остатки бывшего Советского Союза. Они тоже с нами активно работают и торгуют, но с ними таможенные регламенты другие. То есть вот страны ЕАЭС и страны СНГ – это очень разные таможенные регламенты. Поэтому экспорт в Азербайджан партии одежды и экспорт в Армению – это разные процедуры. Вот это вы пока так запомните, чтобы когда до этого дойдет разговор, вы это могли вспомнить. А кто сегодня наши торговые партнеры Российской Федерации по итогам 2021 года? Китай 45%, более 30%, 33% занимают Германия и Нидерланды, вот они. Ну, дальше США, Турция и весь остальной мир. Понятно, что по итогам 2022 года мы будем видеть изменения этого графика, но пока вот по итогам прошлого года это так. Смотрите, экспорта у нас в 2021 году больше, чем импорта, ну, то есть с точки зрения оборота денег и товаров, то есть экспорта у нас много, и в том числе не сырьевого, не энергетического, то есть не газ, не нефть, а вот именно товары потребительского рынка, конечные, в том числе верхнего передела. Экспортируется у нас из Российской Федерации огромное количество очень разных товаров, и вместе с ТЭК, то есть газ, нефть, это еще и металл, это химия, это продовольствие, большое, огромнейшее количество. Это в том числе фэшн-продукция, она здесь есть, вот в этой в общей сфере. Одежда активно уходит, и не только одежда, это и аксессуары, это обувь, это разные близкие сегменты кожгалантереи, например, и так далее. Это действительно подтвержденная уже история. И у меня даже в моей компании есть несколько клиентов, с которыми мы начинали в 2021 году. В 2021 году же вывели их на международные рынки, они сейчас спокойно работают и развиваются теперь в других странах. Когда мы говорим себе, задаем вопрос себе, надо ли мне вообще думать об экспорте, нужно понимать, что выход на международные рынки всегда априори означает и дает производителю несколько преимуществ. Во-первых, целевая аудитория увеличивается, рынок сбыта. Если внутри страны какая-то кризисная ситуация, потребительская способность падает, покупательская способность, поставки за рубеж способны как раз этот спрос восстановить. Вы получаете, кроме этого, еще и продвижение своего бренда, если он у вас есть, если вы под своей маркой, например, собираетесь выходить, а это позволяет увеличивать капитализацию бренда. То есть бренд тогда не просто ваше название, логотип, который вы зарегистрировали, но бренд начинает получать капитализацию, он начинает постоянно увеличивать свою коммерческую стоимость. Это очень интересно на будущее поколение. Не случайно, ведь вот Евросоюз как один из примеров, на который все-таки нужно ориентироваться, да, смотреть, как у них проходило развитие, становление рынка, в том числе фэшн-продукции. Торговые марки – это
сегодня большое количество торговых марок с офисами в разных странах мира, в Европе, в Швейцарии, в Германии, в США. Это акции их уже торгуются на биржах, то есть это реально серьезный коммерческий инструмент, поэтому просто игнорировать, мне, конечно, неправильно. Но и всегда, когда мы с вами начинаем общаться, коммуницировать, взаимодействовать с какими-то иностранными покупателями, партнерами, конкурентами, да, в том числе, безусловно, мы должны конкурентов тоже знать и изучать, что они предлагают рынку, в чем их преимущество, что они предлагают такого, чего нет у нас, и что мы можем дать мировому рынку, да, из того, что нет у наших конкурентов. Мы в любом случае смотрим, а что с технологией у них, какие у них ткани, какие инновационные, может быть, какие технологии, какие новые звучания, какие тренды новые, потому что это тоже ведь очень важно, когда ты в замкнутом пространстве существуешь и дальше своего цеха, да, своего ателье, своей фабрики не видишь, как живет, чем живет мир, ну ты вот как бы этот мир, он очень узкий, и в какой-то момент может оказаться времени, что тренды давно поменялись, народ уже там в мире начал покупать какие-то другие товары из других тканей, а вы вот как-то отстали. Вот чтобы этого отставания не допускать, конечно, важно смотреть, чем жив мир. Тем более фэшн-продукция, это само собой разумеется, да, когда мы говорим не только о там инновационности тканей или фурнитуры, или каких-то элементов изготовления, производства одежды, начиная там от застежек, которые могут увеличивать теплоемкость или наоборот препятствовать, сами ткани с точки зрения потребительских свойств, но и даже цвет, да, и силуэт имеет значение. Конечно, что уж говорить о технологиях, это очень важно. Экспортным маркетингом называют вообще систему исследования и продвижения, реализации своей продукции, но так же, как и внутри страны. В любом случае, что бы вы ни производили из сегмента фэшн, вы маркетинг так или иначе проводите, систему маркетинга, да, вы рекламу о себе где-то публикуете, не знаю, по телевизору, в соцсетях, в каких-то журналах, где-то каким-то знакомым рассылаете, вы проводите разного рода мероприятия, которые и пиар имеют, да, для популяризации вашего бренда и так далее, и так далее. Вы это делаете. Так вот, экспортный маркетинг отличается от обычного маркетинга в домашней среде тем, что он, естественно, он настроен и нацелен на какую-то другую страну. А что такое другая страна? Если, к примеру, ну, вы примерно там понимаете, да, что такое Китай, хотя бы в тех регионах, которые близки к вам, это ваши соседи, примерно понятно, чем живет и как живет, например, там, представитель какой-то европейской юрисдикции, хотя тоже это может быть очень обманчивое мнение, ведь когда мы себе говорим, да я знаю, как там эта Германия живет, что они там делают, и я все знаю, как у них работает, как правило, и очень часто это мнение навеяно стереотипами, ну, таким мифом. Если я два раза съездил на экскурсию куда-то в отпуск, там, я не знаю, куда-нибудь в Альпы немецкие или там в Грецию, то я все про них знаю. Конечно, нет. Пребывание в отпуске и там на море и в отеле не дает понимания, как работает сбыт товаров, да, внутри страны. Поэтому я бы сказала, если вы никогда внимательно этими вопросами скрупулезно не занимались, то для вас темные лесы и то, как устроен сбыт фэшн-продукции в Германии, так же, как и в Мексике, так же, как в Демократической Республике Конго, потому что просто побывать туристом, конечно, недостаточно. В каждой стране мира есть свои особенности работы и регулирования внешнеэкономической деятельности. У нас, для нас с вами экспорт, когда мы продаем за рубеж, а вот для той страны, юрисдикции, к которой относится покупатель, это импорт. Импорт во всех странах мира регулируется государством. Ну, где-то больше, где-то меньше, в меньшей степени. Но такой контроль есть всегда, не только в Российской Федерации, во всем мире. И в связи с тем, что технические регламенты, какие-то правила и законы, понимание видения правительства или руководства этой страны, безусловно, отличаются от того, как это выглядит в Российской Федерации, мы не можем не изучать эти особенности, да? То есть условия сбыта, как продается этот товар, что такое сетевой универмаг, например, какой-нибудь там немецкий или какой-то британский или какой-то еще в Латинской Америке.
как они работают, эти универмаги. То есть универмаг, как сеть универмагов, универсальных магазинов, я имею в виду мультибрендовые, да, не сегменты, когда в одном магазине продается не монобренд, а сразу несколько там по виду сегмента, обувной сегмент, одежный сегмент, там головные уборы, носки, всякие там колготки и так далее, чулочно-носочные изделия. Сеть универмагов немецких, например, какая-нибудь галерея Kaufhof или Karstadt, сеть универмагов швейцарских, например, да, или в Латинской Америке, это не просто разные полки с точки зрения, что там находится на этих полках, это еще и разные цепочки так называемой товародвижения. Кто приобретает эти товары, кто направляет их на внутреннем рынке, кто регулирует этот рынок, кто цены формирует, как это все происходит. Вот это все, конечно, в разных странах мира отличается. И к этому еще добавляется существенным сегментом кросс-культурные так называемые особенности или национальные традиции. Как и чем живет тот народ, и как выглядит та культура в той стране, куда вы хотите продавать товар. Вы же понимаете прекрасно, да, что конфуцианство, которое в Китае, которых вы лучше всех на белом свете знаете из россиян, да, в силу близости, и, например, национальные особенности ведения бизнеса там, в Германии и в Мексике – это совершенно разные истории. Поскольку люди разные, философия и видение мира у людей разное, то эти национальные особенности или традиции, конечно, безусловно, находят отражение и в бизнес-культуре, потому что бизнесом фэшн-продукции занимаются тоже жители той или другой страны. Это неотъемлемая часть вот этой общей культуры. Поэтому, когда мы с вами готовим какие-то материалы презентационные, или мы готовимся к какой-то выставке, или мы начинаем вести какие-то переговоры, например, даже в переписке с представителем Ближнего Востока, с саудитом, например, да, с китайцем, с немцем или с мексиканцем, нужно помнить, что это очень разные люди с точки зрения даже восприятия информации. Как мы пишем, что мы пишем, какие мы им фотографии отправляем, как в этих странах реагируют на цвета, на чистоту коммуникации, на слог речи, как вы с ними общаетесь и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, поскольку каждая страна мира – это большая неизведанная такая какая-то территория, terra incognita, если вы только в начале пути, безусловно, вот маркетинг экспортный и занимается тем, ну как занимается, это наука, которая помогает и указывает на правила движения, дорожную карту, как попасть со своим товаром в другую страну, как вывести свою продукцию на международные рынки, те или другие. Первым важным вопросом, который на этом пути встает, это выбор страны экспорта. Вот мир-то огромен, да, я вам показывала этот зеленый сектор шарика, да, 75% весь мир, это за исключением Евросоюза недружественного и стран ЕАЭС. Так вот, как найти страну, как выбрать, куда двигаться? Географическая близость – это очень важный фактор, конечно, да, как многие говорят, ну, конечно, надо с соседями. Вот весь северо-запад Российской Федерации у нас сейчас, конечно, в глубоком шоке и трауре, потому что исторически воспринимали и, в общем-то, как своих основных потенциальных партнеров, покупателей, конечно, страны Евросоюза, потому что они близко, потому что про них все как бы более-менее понятно, да, и сейчас им тяжелее всех остальных. Но это не ключевой вообще на самом деле фактор. Поэтому предприятие, которое находится в Приморском крае, абсолютно неправильно, если думает себе, что вот все, что остается для исследования, это вот, ну, Китай, там какие-то страны, которые рядом, да, совсем рядом с вами. Нет, совершенно не так. Мировая торговля так не работает. Если бы она так работала, то у нас бы не оказывались с вами внутри, на внутреннем рынке товары из совершенно дальних каких-то регионов. Вы же понимаете, что нет ограничений географических. Но логистические накладные расходы, конечно, играют свою роль. И вот иногда и сейчас они, в частности, ключевое значение имеют в этом смысле. Но это не основное. Итак, как правильно и что на самом деле влияет на оценку перспективности внешних рынков, когда мы не знаем, куда с нашим товаром нам лучше всего или выгоднее всего двигаться? К сожалению или к счастью, не существует ни в одном из нормативных источников, ни документов, ни законов, ни конвенций, ни правил, ни инструкций, которая бы была опубликована, и все бы прям вот смотрели пункт 1, пункт 2, пункт там 18.
с точки зрения, как искать, и что, какие факторы имеют ключевое значение. Вот смотрите, все, что на этом слайде вы сейчас видите, и внутренний валовый продукт, то есть количество денег в стране, и сколько регионов с хорошими шансами развития внутри страны, и как ППС выглядит, то есть сколько стоят деньги. Что такое ППС? Это паритет покупательной способности, это понятие, которое отвечает, если простыми словами, на вопрос, сколько можно купить товара, аналогичного тому, который на $100 США можно купить, например, в другой стране. То есть есть медиана $100 США, есть, переводим валюту нашей страны, сколько это сегодня в рублях, и сравниваем, сколько можно от какого-то аналогичного товара купить в США на $100, сколько в России на там 11 100 с чем-то рублей по сегодняшнему курсу ЦБ. Вот что такое ППС. То есть как люди покупают, сколько стоят деньги и сколько товаров можно на эти деньги купить. Очень важный показатель, да. Что еще? Рэнкинги привлекательности. Тоже интересный очень инструмент. Если вы проникнетесь и захотите все-таки тему экспорта для себя уяснить и попытаться найти для себя, подобрать рынок сбыта, я вам рекомендую на сайте РЭЦ, Российского экспортного центра, посмотреть, там эти рэнкинги публикуются бесплатно. Там просто нужно зарегистрироваться, что вы российское юрлицо, и верификацию получить через госуслуги в связи с участившимися вот этими хакерскими и прочими атаками на сайты наша госструктура, а веб у нас сегодня тоже под санкциями, поэтому вы там зарегистрируетесь и можете такие рэнкинги получать бесплатно. Что такое рэнкинг? Это система средневзвешенная по некоторой методике, подсчитывается сразу по нескольким параметрам, какая страна для вас, например, наиболее предпочтительна с точки зрения барьеров, торговых ограничений, каких-то сложностей для того, чтобы допустить импортный товар к продаже и так далее. Показатели конкуренции мы сравниваем и статистику импорта. Это очень важно. Статистика – это математика, да, то есть это не эмоции, это цифры, с которыми тоже нужно работать. Очень часто представители таких вот креативных индустрий, к которым относится фэшн-продукция, как-то к цифрам так всегда скептически, что это все скучно, что это все, а можно ли без этого обойтись. Я хочу сказать, что нет, нельзя, если только вы не хотите совсем уже экспериментами заниматься, у вас есть какие-то миллионы, миллиардов денег, которых вам совершенно не жалко. Ну, попробовали, пошли, потеряли, да и ладно, пойдем в другом направлении. Сейчас таких почти нет бизнесов, и неразумно даже, если бы они у вас были такие свободные средства, поэтому все-таки действовать нужно соответствуя логике и принципам, которые давно уже умными людьми, экономистами придуманы. Итак, теперь по этим параметрам немножко картинок вам покажу и прокомментирую, как, что это все означает. Вот смотрите, что такое ВВП на душу населения. Смотрите, несколько стран вам привела к примеру, чтобы вы понимали, как в разных странах мира, ну, как мы говорим, это богатая страна, это бедная страна. Ну, конечно, так простонародье, но прекрасно вам понятно, что мы вот вкладываем в этот смысл. На сегодняшний день в Российской Федерации ВВП на душу населения, это по итогам 2021 года, обратите внимание, это Международный валютный фонд посчитал, 30 431 доллар. Почему я это тоже здесь привожу вам? Это не мои придумки, это я не сама считала, естественно. Я взяла официально опубликованные сведения, и несколько в мире организаций дает такие цифры, они по разным методикам просто подсчитываются. Я взяла методику МВФ, она так достаточно давно работает и более-менее как раз отражает реалии, да, вот если там много лет посмотреть, кто более точно это показывал. Вот, поэтому вот Российская Федерация, 30 431 доллар на душу населения. А есть ФРГ вот с такой цифрой, да, почти 60, ну, в два раза больше. Есть лидер на сегодняшний день США, это еще раз, это конец 2021 года. Понятно, что год 2022 нам, наверное, эти цифры, конечно, поменяет, но пока оно так. И вот смотрите, как другие страны, я намеренно убрала отсюда все страны Евросоюза, а вот, например, Сербия, которая у нас зона свободной торговли, и эта страна пока еще сопротивляется и отказывается присоединиться к санкциям, есть шанс, что мы сохраним с ней торговые отношения именно в зоне свободной торговли. Зона свободной торговли – это межправительственное соглашение, межгосударственное, когда две страны в отношении друг друга товаров уменьшают ввозные пошлины. Ну, то есть вот что нам интересно и выгодно отправлять и покупать, мы снижаем торговые барьеры таможенно-тарифные. В Китае цифра 19 тысяч с хвостиком на душу населения. Ну, меньше, чем в России, понятно, потому что там население какое, понимаете, 1,5 миллиарда почти. Вот вам цифра Бразилии, в Иране 13 900.
Это не маленькая цифра, тоже, вот знаете, как цифры на самом деле, почему очень полезно смотреть, изучать и анализировать, пытаться, да, осмысливать, потому что они немножко мозг очищают от разных глупостей, от стереотипов, которые где-то когда-то кто-то прочитал. Это удивительно, но я вот с большим количеством общаюсь, да, людей, клиентов и предприятий, руководителей там бизнесов, которые вот в сфере ВЭД, и вот этот миф о том, что или там предположение, что в Иране, там вообще жизни нет, там все очень плохо, там люди нищие, там вот это санкции очень давно американские, очень, как-то все очень плохо, и вообще, что про Иран говорить. И когда, например, вы видите сейчас, смотрите, что в Иране 14 тысяч там без малого, да, ВВП на душу населения, это очень большая цифра. Например, ВВП Болгарии, а это страна Евросоюза, на секундочку, 9900, то есть меньше даже, чем, например, в Иране. То есть цифры нам показывают, что на самом деле, вот смотрите, Вьетнам с цифрой 11600, еще раз, это больше, чем в стране Евросоюза. Поэтому стереотип о том, что Евросоюз, ах, Евросоюз, большая блестящая конфетка такая вся, шуршащим фантиком, привлекающим. Это вот реально там только фантик-то, в общем-то, шуршит, да, и красиво. Ну, Германия с Францией, что-то еще. Остальные страны-должники с огромным долгом, с огромными кредитами и с ВВП на душу населения гораздо, гораздо ниже, чем в тех странах, которым почему-то наши производители российские, ну, так как-то снисходительно, скептически смотрят, типа, да, ну, что там с ними начинать работать, и непонятно, как у них там все, и там бедность. Нет, ребята, бедность не везде. И бедности, судить о бедности по каким-то картинкам из телевизора, которые нам показывают в том или другом контексте, тоже не совсем верно. Короче говоря, вот смотрите, да, цифры, в общем-то, показывают, что есть жизни в других странах тоже. Я привела вам пример вот европейской страны, которая практически почти у всех приведенных на этом слайде как раз гораздо хуже ситуация выглядит. Следующее, что важно понимать, когда выбираете страну экспорта, это понятие НДС. Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, вам он понятен, известен, да? Но он существует почти во всем мире, за небольшим исключением. В нескольких только странах мира он отсутствует или заменен на другой налог. В США, например, НДС нет. Ну, все говорят, ой, в США какая чудо-страна, там нет НДС. Ну, там просто этот косвенный налог по-другому называется, он замещен другим там налогом, да, с продаж, неважно. Так или иначе, в том или другом виде этот налог существует. Так вот, смотрите, ставка НДС тоже очень разная. И в мире она отличается в разных странах. Каждая страна мира самостоятельно устанавливает себе ставку этой пошлины, этого налога, простите, НДС. В Российской Федерации, вы знаете, 20, в Сербии вы тоже 20, и дальше пошли ФРГ, в Алжире 17, ну, видите, все, в Египте 14, а во Вьетнаме 10. То есть что такое НДС для нас с вами? Вы должны помнить, любой товар импортный, который поступает в страну, в которой потом будет продаваться, он подлежит оплате таможенных платежей импортных, да, то есть нужно будет заплатить пошлины, нужно заплатить НДС, ну и там какие-нибудь сертификаты еще сделать. Так вот, там, в той стране, где НДС меньше, смотрите, 10% и 20% в два раза, означает, что цена, по которой ваш товар может поступить на рынок для свободной торговли, гораздо меньше. И поэтому вот этот вот слайд, в котором видите Индия, вот с этой цифрой, вас вообще не должен пугать. Я не случайно один за другим показываю, да, все в мире в это взаимосвязано. Мировая торговля – это очень сложно переплетенные экономические процессы. И поэтому, если вы где-то когда-то увидели какую-то цифру и сразу себе испугались, и Индию вычеркнули из интересующих, вон какой ВВП низкий, что-то типа с ними там с беднотой, о чем говорить. Я вам нереально, я никакого сарказма, у меня так некоторые клиенты рассуждают, когда мы там обсуждаем с ними, как мы, куда двигаемся, стратегию вырабатываем, и говорят, ой, не надо, я с этими даже не хочу начинать. Но вопрос, почему, там тоже есть спрос, да, это тоже рынок. Ну, как бы нет, потому что какие-то есть предубеждения. Так вот, смотрите, в Вьетнаме НДС низкий, значит, там цена вашего товара, того же самого товара, который с вашего конвейера вышел, да, партия какая-то, курток там вы отшили, так вот, у вас себестоимость какая-то рублевая зафиксирована уже точно, совершенно с вашей там маржой. И отправляя в страну, например, там, Германию с ставкой НДС 19% и в Индию со ставкой 10%, вы фактически понимаете, что цена вашего конечного товара на рынке этой страны будет отличаться. А вообще в мире, так чтобы вы знали, для общего развития, самая высокая ставка НДС
Венгрии. Это страна Евросоюза, и составляет она 27%. А вообще Евросоюз – это высокие ставки НДС. Ну вот за небольшим исключением, там есть 17, 18, 19 в нескольких странах, а дальше, конечно, Сербия, ну, Франция, Эстония 20, есть цифры 21, Финляндия, Греция вообще 24, Дания 25, поэтому, короче говоря, с точки зрения этого фактора, страны Евросоюза не факт, что точно самая интересная страна. Мы пока только про цифры. ППС в мире, смотрите, какая интересная карта. Что она нам показывает? Медиана, вот рыжий цвет, вот 100%, это вот $100, на которые можно купить условное количество какого-то там товара. Да? И в разных странах мира деньги дороже или дешевле. Да? И о чем эта карта нам говорит? Я здесь не надо сейчас пытаться сообразить быстро, что с этой картой сделать и куда там буквально быстрее двигаться надо. Вы должны понимать, что покупательная способность в мире очень сильно отличается как параметр. И это значит абсолютно неправильно себе думать. Видите, ну вы же догадываетесь, да, вот Российская Федерация, там страны ЕАЭС, Китай, вот мы примерно тут в одном цвете, да, что... Наверное, не очень у нас покупательная способность высокая в мире, но это тоже вас не должно пугать, потому что что в этот момент нужно следующим фактором для осмысления добавлять? Ведь фэшн-продукция – это же не просто какой-то однородный, знаете, перечень, товарная линейка, в которой есть там, там не знаю, 250 тысяч каких-то курток, 380 тысяч каких-то джинсов, какие-то там пальто, какие-то куртки, какие-то брюки, костюмы и так далее. Ведь ваши продукты абсолютно точно делятся на разные классы. То есть есть доступная одежда масс-рынка, да, или медиум его еще называют, или среднего какого-то уровня. Есть премиальные марки, есть люксовые марки, и есть совсем доступные бюджетные марки. То есть у продуктов ваших есть ценовая категория, и она ориентируется на конкретного целевого потребителя. Вы же понимаете, что человек, конечный потребитель с доходом, например, там 250 тысяч евро в год, ну не пойдет он покупать в какой-то там немецкий магазин одежду прям самый дешевый, там тоже есть такие типа там фикс прайс, там все за 1 евро, или там все за 4 евро, или все за 3,99 покупать. Он пойдет в дорогой магазин, будет покупать дорогую марку. То есть ценовой сегмент вашей продукции, вашей коллекции, вашей марки, вашей партии, да, он тоже ориентируется на определенного своего покупателя. Вы это лучше меня знаете, когда вы обозначаете миссию, да, своей торговой марки, кто ваш целевой потребитель, какого возраста, где живет, чем занимается, как вообще жизнь его протекает, какие с точки зрения функциональных особенностей там, виды одежды, обуви или аксессуаров он покупает. Поэтому и в Китае, то есть я что хочу сказать, и в самых бедных странах, условно бедных, и в самых богатых странах есть разные слои потенциального покупателя с разным уровнем ППС. Там есть люди состоятельные и есть люди, которые живут на пособие по безработице. Но и те, и другие являются покупателями фэшн-продукции. Поэтому смотреть, выбирать страну нужно не просто на основании голых цифр, а все-таки еще ориентироваться на то, а ваш-то покупатель какой, вот кто он, да? И только после этого пытаться уже транслировать это понятие на конкретную страну. А в этой стране есть ваши целевые или нет? То есть, понимаете, да? Общая математика цифр – это первое, что нужно всегда иметь в виду. И дальше обязательно еще ориентироваться на то, для кого предназначена, собственно, ваша продукция. У внешнеэкономической деятельности, экспортной в том числе, есть, конечно, определенные риски. Ну, это неправильно отрицать, их много, этих рисков. Вот этот слайд, у меня студенты его называют слайд-страшилка, потому что есть целая большая наука, это 3 дня и 3 ночи, не буду вас тут мучить и пугать, но, в общем, они, конечно, классифицируются по разным признакам, эти риски, там они бывают такие, другие ведь и рыночные, политические, макроэкономические, коммерческие, финансовые, административные. На самом деле главным таким аргументом, почему этого тоже не надо бояться, является следующее. Во-первых, любая предпринимательская деятельность, как вы знаете, да, она
на свой страх и риск предпринимателем ведется, потому что какая-то проблема может произойти всегда, и финансовая, и коммерческая, и что-то не продалось, и какой-то брак, и какие-то в логистике проблемы, бесконечное количество, да, каких-то рисков возникает, но бизнес-то ведь, так сказать, от испуга лапки не поднимает и не сдается, и действует дальше, поэтому и в этом тоже риски есть. Почему здесь на них надо внимание обращать? Да потому что их просто больше. А почему их больше? Потому что вы не в рамках одной страны с контрагентами взаимодействуете, с какими-то покупателями или поставщиками там, фурнитуры тканей, да, сырья, материала, а вы выходите на взаимоотношения с другими, какими-то чужими юрисдикциями. Я уверена, что вы вряд ли, ну только если у вас в штате или там родственник есть какой-нибудь юрист-международник, который может вам какие-то полезные вещи рассказать. А так вот в принципе понять, а как работает вообще бизнес, например, во Вьетнаме, как у них банки работают, как документы оформляются, как таможня выглядит, как это в Германии работает, в Мексике. Просто прочитав где-то, погуглить там 10 минут, вы такой информации не получите, и значит, можете допустить ошибки. Вот это самое, так сказать, сложное, но слайд этот обязательно должен быть у вас в памяти. Просто для чего? Если вы чего-то никогда не делали, не выясняли, то не нужно экспериментов ставить на себе. Надо привыкать учиться на чужих ошибках все-таки, а не на своих. Вот. И вот среди всех вот этих многочисленных тут рисков, это целая большая отдельная тема, тем более в сегодняшних реалиях, но я вот на этом бы хотела сакцентировать внимание, административные риски, то та зона проблем, которая чаще всего как раз в начале пути возникают у наших начинающих экспортеров. Просто потому, что раньше никогда международные контракты не заключались, с иностранцами не общались, денег от них не получали, товар не отгружали, в таможню не ездили, ничего про это не знаем, поэтому допускаем ошибки. Поэтому, что вы должны точно запомнить, что грамотный вход в экспортную деятельность, правильный, это обнаружение вот этих зон проблемных. То есть если вы с таможней раньше не сталкивались, то, ну, как минимум надо разобраться, что вам будет, что для вас будет означать отправка партии за рубеж. И еще раз повторюсь, в самом начале не случайно вам показывала, да, чтобы вы отличали, например, экспорт в Армению от экспорта в Азербайджан. Вроде две страны рядом, вроде даже на одну букву, а таможенные процедуры, регламент отличаются совершенно, потому что они выглядят по-разному. Значит, можно, конечно, гуглить, можно в каких-то соцсетях дурацкие ответы на вопросы искать. Сейчас вот ограничены соцсети. Я даже в какой-то степени, знаете, в общем-то, за кого-то более сейчас спокойно из начинающих, потому что в группах соцсетей, конечно, вот этот вопрос в зал, а вот у меня такой вопрос, вот мне как вот там что-то в таможенной декларации сделать и как мне это написать. И вот на такой вопрос 118 комментариев-ответов, часть из которых по делу, а часть неправильных, а часть вообще вредных. Это, конечно, ужасно. Не надо такие вопросы важные, взаимодействие с регуляторами, да, государственными, решать в соцсетях. Нужно обращаться к профессиональным участникам рынка. Это таможенные представители, это таможенная служба. Ну, если напрямую прям вам сложно вопрос сформулировать, понятно, что там горячая линия таможенного управления вашего не будет, там на ваши вопросы такие детские, да, отвечать. Таможенный представитель, с которым вы можете общаться, это российский контрагент, профессиональный участник рынка, вполне вам все-все-все разъяснит. Что еще встречается? Кто такие регуляторы вообще? Кто контролирует в этой у нас стране? Их несколько. Это федеральная таможенная служба, это федеральная налоговая служба, это банк, отдел валютного контроля банка, который на основании лицензии Банка России проводит, соответственно, вот эти все транзакции, в том числе контрольные мероприятия, связанные с выводом или поступлением валютной выручки за рубеж. Вот это основные, да, те, с кем мы сталкиваемся на экспорте фэшн-продукции. Так вот, таможня, значит, если никогда раньше не работали, обращайтесь к профессионалам, вам расскажут, проконсультируют, как не ошибиться. Экономика ВЭД. Если вы раньше не занимались экспортом, нужно все-таки, если в штате нет у вас там финансового директора какого-то с MBA, с образованием, там дорогостоящего сотрудника, тоже можно обращаться на консультацию в аудиторские компании, к налоговым консультантам, да, есть бухгалтеры, главбухи, налоговые консультанты, которые вполне могут вам рассказать и проконсультировать, и это недорого стоит для вашей первой экспортной партии посчитать, например, правильно цену. Здесь же возникают вопросы бухгалтерского налогового учета, когда основная вот очень часто встречающаяся проблема начинающих участников ВЭД, когда бухгалтер, например, всегда только в России все работало, теперь вдруг первая отгрузка,
На экспорт бухгалтер не знает, как участок В отвести, но боится об этом признаться, потому что думает, что ее уволят, ну или там, не знаю, еще что-то там сократят, нового бухгалтера возьмут, и поэтому ну, просто начинает делать ошибки. Это недопустимо. Либо вы вашего бухгалтера обучаете, переобучиваете, это не, ничего такого сложного как бы нет, да, либо можно вот этот участок бухучета и налогового учета взять как бы тоже на аутсорсе в налоговую какую-то консультанту или в какую-то компанию консалтинговую, которая будет вести для вас только участок ВЭТ, и больше там ваши все зарплаты, во все другие участки не будет, как бы за это платить не надо, только за участок ВЭТ. Или консультанта, который может вам на эти вопросы ответить, начиная от номеров проводок, что как где отразить, и заканчивая, что с переходом права собственности, когда-то валютизация отразить, и где правильно, как это еще, в каких документах должно точно так же присутствовать. Валютный контроль – это взаимодействие с банком. И здесь хочу сказать, что тоже огромное количество страшилок ходит по белу свету о том, что банки – это что-то ужасное, они мешают, они не дают работать, они мучают какими-то запросами, они все время что-то хотят и мешают. Я вот, если объективно говорить, объективно, как человек, который лично общается с клиентами, у нас много, и часто достаточно бывает с начинающими такой трехсторонний разговор, например, да, сотрудник отдела валютного контроля банка, клиент и я, или мой сотрудник. И вот когда к нам клиент обращается и говорит, я не знаю, что от меня банк хочет, вот что они от меня хотят, вот какие-то прислали бумаги, значит, грозятся счет заблокировать, что делать? И мы тогда вот делаем такой иногда кол втроем, разговариваем, и я вам вот поверьте, да, у меня нет никакой мотивации вас там как-то обманывать и вводить в заблуждение, что 97%, 95-97% проблем наших экспортеров с банком возникает не потому, что банк к ним как-то с пристрастием относится, а потому что наши участники ВЭТ допускают серьезные ошибки. А что такое ошибки? Что такое нарушение валютного контроля? Это несвоевременное предоставление документов. Предоставление документов, содержащих ошибки, логические ошибки, стилистические ошибки, ничего не понятно, что написано в контракте. Вот читаешь на русском, и понять невозможно. И когда операционист спрашивает, а что вы имели в виду, когда вот это написали? И сам клиент не может объяснить. Это математические ошибки. То есть, например, инвойс, а если сложить несколько позиций вот этих вот в инвойсе, общая сумма не сходится. Банк говорит, ну, ребят, ну, у вас математические ошибки, вы исправьте, вы что тут понаписали-то, мы не понимаем, что есть правда, где тут правда, а где нет. То есть вот таких ошибок огромное количество. Чаще всего участник ВЭТ, начиная такую деятельность, даже не интересуется, а что мне нужно государству-то предоставить, банку-то что я должен? Ведь там на самом деле все достаточно просто. Если вы своевременно банк информируете о том, что вы замышляете, что, куда, когда, по какому контракту, как будет оплата приходить, откуда, от кого, то банк абсолютно не будет вам никаких препятствий чинить. Он, наоборот, вас заинтересован, потому что пока вы только в рублях там общались, и у вас только расчетно-кассовое обслуживание там, да, было, ну, счет обслуживался, то когда вы ходите на валютные операции, вы там и с валютой работаете, там комиссии банк больше зарабатывает. Ему это интересно, чтобы вы стали участником ВЭТ. Но несоблюдение правил, конечно, не допускается, и нужно с этим тоже работать. Нужно просто изучить, когда и что вы должны банку предоставить. То, что у нас контракты внешнеторговые в интернете считаются нормой, скачать бесплатный какой-то шаблон, в преамбуле имена действующих лиц поменять, название, там, имена, фамилии, и считать, что и так сойдет. Ну и вот и получается, что-то подредактировали, как кажется правильнее, Google переводчик или Яндекс переводчик на английский перевели, или там неважно, и на китайский, я знаю умельцы, которые Google переводчиком переводят и думают, что как бы тоже все норм. Ну и дальше возникают вот такие проблемы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Нет ничего запредельно сложного, нет ничего, с чем бы экспортер или бухгалтер, который там как минимум квартальную отчетность дает, даже на упрощенной системе налогообложения, с этим бы не справился. Надо просто понять, изучить, в какие даты, что вы должны банку отправить. Точка. Дальше. Ну, контролируемые товары для фэшн это почти совсем неприменимо. Контрагенты ВЭП – это кто? Это новые участники рынка, которые у вас появятся. Перевозчики, возможно, международные, экспедиторы, таможенные представители. То есть это прямо специально обученные профессиональные участники рынка ВЭП.
с которыми у вас должны появиться контракты, если вы раньше таких не заполняли, ну да, надо тоже почитать и понять, что там написано, почему, где зона ответственности этого контрагента. Если вы не глядя подписываете такие контракты, то договоры, то тогда, ну и последствия будут вот такие, какие-то, которые вам на голову потом свалятся. То есть это тоже нужно проверять. Ну, юридически понятно. Юристы, если в штате нет, а тут столько вопросов, значит, либо какого-то юриста-международника брать, что, конечно, нецелесообразно, да, особенно в начале пути, либо обращаться за консультациями точечно. Есть вопросик, обратились за этим, с этим вопросом, получили разъяснение. Кстати, очень интересно, сейчас со стороны государства проходит помощь начинающим экспортерам во всех регионах Российской Федерации. В вашем регионе есть центр поддержки экспорта региональный, который на большинство вот этих проблем, которые я сейчас обозначила, проблемных, вернее, зон ответственности, имеет готовое решение. То есть вам не надо даже в интернете где-то искать каких-то там консультантов, дорогих или не очень дорогих. Вы можете обратиться в центр поддержки экспорта и сказать: слушайте, вот контракт надо, не можем сами. Начиная от поиска иностранного покупателя, заканчивая сопровождением экспортного контракта, то есть подготовка проекта, коммуникации с иностранным покупателем, подготовка презентационных материалов качественных, это все как раз то, что делают региональные центры поддержки экспорта. Это субсидируется из бюджета, для вас эти опции бесплатны, а центр поддержки вам такую услугу может оказать. Если вы этого не знали, обратитесь, пожалуйста, обратите на это внимание, поинтересуйтесь, какие сейчас услуги вам доступны, если вы у них зарегистрированы как предприятие малого и среднего бизнеса. Возвращаясь теперь к главному оптимистическому итогу, вот этих всех, всего вопроса с рисками в, да, как не попасть в просак, как не потерять деньги. На самом деле понятие управления рисками, политика управления риском придумана давно, и экономисты это все уже давно разложили по полочкам. Три шага предполагает процесс контролирования всех рисков ваших. Первое, выявление очень простыми там, словами написала, чтобы было просто попроще, да, вас терминологии не путать. Выявление этих рисков, то есть вот сейчас я верну вам картинку к тому слайду, который вот этот вот, видите, сколько их всяких разных. Значит, сначала нужно, почему их нужно знать, какие они бывают, ну, чтобы понять, а для вас-то что применимо? Для фэшн-продукции что применимо? Рыночные? Ну да, конечно, был какой-то спрос на рынке, например, да, там, на какой-то вид продукции, а теперь его нет. Политические риски, дефолт страны, неплатежеспособность страны, военные операции, гражданские беспорядки. Вот вам сейчас видите, как это в жизни выражается, в какие истории. Да? Понятно, что там не до таможни, не до импорта одежды, когда идут военные там действия какие-то, да, спецоперация. Производственные, научно-технические риски, сертификаты могут не совпадать, надо понимать, а какие там должны быть, какие требования к вашей продукции. Макроэкономические – это платежеспособность, неплатежеспособность вашего контрагента. Коммерческие риски – торговая марка у вас зарегистрирована или нет, украдут ее или не украдут, будут подделывать или нет. Финансовые потери и так далее. То есть их много, но нужно из этого всего огромного количества понимать, видеть, какие к вам-то применимы, они же не все про вас. Когда вы поняли, что для вас применимо, значит, тогда мы их ранжируем, то есть распределяем, какие риски действительно опасные, но которые прямо ого-го, с этим не справиться. Ну, это внешняя какая-то история пришла, и вы, к сожалению, не можете с ней поспорить как-то. А есть риски, которые управляемые. То есть вот, значит, выбираем те, которые реально для вашего бизнеса представляют угрозу, да, это вот ранжирование. А следующий, последний шаг – это уже устранение рисков. То есть если вы понимаете, что для вас какой-то риск, ну, например, там, непонимание сертификации действительно ставит под вопрос, какой смысл искать, договариваться, тратить время, деньги, усилия для поиска покупателя в какую-то страну, в которой вы не изучили там ограничения местных, и потом выяснится, когда вы уже там вышли на последние переговоры, например, что вам покупатель говорит: ой, я сертификации не буду тебе помогать, ты давай сам тут все делай, я вообще как бы не хочу этим заниматься. Выясняется, что вы не сможете этого сделать. Или что вы используете какие-то, например, волокна в составе ткани, из которой пошиты изделия, по которому есть ограничительные факторы, там, по теплоемкости, по воздухопроводности, там еще чего-то, гипоаллергенности и так далее, и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. То есть вот те, что риски, что действительно для вас серьезны, такие угрожающие, вот их и нужно, с ними и нужно бороться. А то, что где-то когда-то что-то возникнет, ну, к сожалению,
Это всегда очень юристов ранит, когда я так говорю, но полностью эталонную, 100% эталонную такую блестящую сделку ВЭД, чтобы ничего нигде никак не изменилось, прям никаких стрессов, как вот все написали, так все будет, это большая редкость. Эталонная модель реализации внешнеторговой сделки, это только в учебниках написано. На самом деле всегда что-то нужно решать и определять. Вот, значит, теперь следующий аспект, который хотела показать вам тоже на картинках, я уже говорила, статистика ВЭД, когда мы задаемся вопросом, в какую страну, например, надо вообще мне двигаться, в Европу, на Ближний Восток, в Африку, в Латинскую Америку, куда? Вот что такое статистика, как она нам помогает? Ну, очень коротко просто покажу, что мы в мировой торговле, во внешней торговле не оперируем полными названиями товаров, иначе это было бы очень трудоемко, да, платье текстильное, 80% хлопок, 20% там полиэстер, рукав 3/4 с какими-то элементами там еще чего-то, удлиненное, демисезонное и прочее, прочее, вот такими длинными названиями оперировать очень сложно, поэтому каждому товару, который может быть предметом международной купли-продажи, присваивается код товарной номенклатуры ВЭД. Вот он. В Российской Федерации в ЕАЭС это 10-значный код, в Евросоюзе 8-значный. А вот в 6 цифрах мы со всеми странами мира, в принципе, должны одинаково понимать товары, потому что гармонизированная система, это конвенция международная ООН, она как раз о кодировании и описании товаров, она устанавливает единые правила для всех стран-участниц этой конвенции. Так вот, код ТНВЭД – это цифровое обозначение изделия. Вот когда, например, 62-62 группа товарная вслух произносится, специалисты понимают, что это точно совершенно текстильная группа. Трикотажа здесь нет, потому что трикотаж – это 61. И вот если у нас здесь цифра 2, то вообще уже мы сразу точно представляем только текстиль, только ткани, никакого трикотажа. Например, 0,9 – это детская одежда, например, да, не взрослая, а детская конкретно. Следующие циферки добавили – 90 – это прочие текстильные материалы, не хлопок и не синтетика. Значит, есть какие-то цифры, которые хлопок сразу в одну какую-то группу там уводят, да, есть синтетика, а у нас, если не хлопок, не синтетика, тогда вот эти цифры, описывающие 90. И следующие еще две цифры, вот эти 10 – это шерстяная пряжа. То есть от общего к частному – идет посредством добавления цифры справочника описательного характера какой-то признак. И поэтому, когда, например, мы видим вот так вот 62-09-90-10-00, то мы понимаем, что это точно детское текстильное изделие из шерсти, да, ну, прочее, потому что нет еще каких-то, там нет меха, там нет каких-то вот из натурального, например, и так далее. Вот что такое коды. Поэтому, когда мы говорим про мировую торговлю, конечно, мы оперируем кодом ТНВЭД. Ну вот здесь пример, это не про одежду, это там оборудование, это насосы, ну просто последнее то, что вот делали. Здесь просто Латинская Америка, хочу вам показать очень интересные вещи, как с этим работать, как с такой информацией работать. Так вот, есть какой-то код ТНВЭД, например, да, ну в нашем случае или в вашем случае, может быть это детское платье шерстяное или детское пальто шерстяное, может быть это обувь будет, тогда будет 64-я группа, первые цифры будут 6-4, например, да, и так далее. Как определяется и как понять, надо мне в какую-то страну мира идти или не надо. Ну, как понять? Во-первых, сегодня эта страна где-то же покупает продукцию, правильно? Кто-то же ей поставляет. Значит, надо попытаться понять, а сегодня где эта страна, у кого, у каких стран покупает тот же код ТНВЭД, что и я? То есть те же шерстяные детские платья или вот те же насосы. Проверяем несколько лет. Почему? Ну, потому что вот 2020 год, он тут пандемический, у нас там очень многие цифры некорректные, 2021 тоже, а вот всегда мы берем обычно за 3-4 года, чтобы посмотреть тренд, потому что один год может быть какой-то очень такой нерелевантный. Так вот, и мы, например, тоже, когда вот по этому товару смотрели, проверяли Латинскую Америку, ясновидящих-то нет же в штате, и вот я не ясновидящая, у меня таких сотрудников нет, у вас тоже, думаю, нет, поэтому мы ориентируемся на статистику, на математику и на законы, да, мировой торговли, которые работают независимо от эмоций. Вот, и посмотрели, взяли несколько стран Латинской Америки, Перу, Чили, Колумбия, Бразилия, посмотреть, а сегодня где покупают эти страны, откуда они импортируют этот продукт. И вот мы видим, это топ-5 поставщиков сегодняшних. Вот, например, Перу импортирует вот этот товар под этим кодом. Смотрите, США, Бразилия, Турция, Китай, Италия. И США, Турция, Бразилия вот уже несколько лет, вот они вот тут все какие-то первые места занимают, да,
Чили также, в Колумбии, в Бразилии, США, видите, не везде, не всегда, в тройку везде входит, но не всегда на первом месте. А еще очень интересный фактор с цифрами, что вот нам показывает вот это, например, вот эта вот картиночка, смотрите, на 6 миллионов долларов США Перу импортировало в 2020 году, это уже факт, это математика, статистика, это не фантазии, это из таможенной декларации. Купила у США, у Бразилии, Турции. Смотрите, какие разные страны. Вроде как, ну, стереотип какой, Латинская Америка, все у США, они там все у них под колпаком, все у них покупают, и они ближе к ним территориально, да? Но нет, смотрите, среди поставщиков есть США, Бразилия, это один регион, да, с ними, но есть Турция на третьем месте, на секундочку, да? И Турция, а вот здесь вообще второе место было даже исторически, вот на третье место Бразилия ее там подвинула. Есть Китай и есть Италия. То есть это означает, что для какой-то страны Перу, которая в Латинской Америке, абсолютно нет никаких противоречий в том, чтобы аналогичный товар вот, этой, вот, вот этого кода они покупали бы не только в близлежащих странах, да, а совершенно в удаленных. И кроме того, мы еще понимаем, что китайские и итальянские, наверное, насосы, это, конечно, по коду-то насос один и тот же, но это разные по уровню, по стоимости. И значит, Перу берет и такие, и другие. И китайские подешевле, и итальянские, более там какие-то элитные, да, подороже. Вот вам, пожалуйста, картинка. Точно так же мы видим и по другим странам. Здесь вот ФРГ встречается уже, и Британия, Великобритания встречается и так далее. Вот что нам показывает. Динамику импорта мы тоже смотрим за несколько лет, в каких странах повышается, в каких понижается. Вот, например, для Перу немножко спад к 2020 году, может быть, он с пандемией связан, не знаю. Но в это же самое время, когда пандемия была во всем мире, для страны Парагвай, например, цифра увеличилась импорта. Да? Ну, то есть вот это четко показывает, просто еще на графике визуально это удобно смотреть. Можно тоже это оценить. Что мы еще должны анализировать? Сезонность. Ну, по одежде это вообще не обсуждается. Мы понимаем, что мы четко, фэшн-сегмент всегда подвержен фактору сезонности. То есть какие-то сезоны больше, поставок меньше. Это связано с готовностью коллекции, временами года и так далее. Но не факт, что вы будете, например, если теоретически предположить Бразилию экспортировать, но вряд ли какие-то очень серьезные там теплые вещи, да, какие-то элементы одежды из прям совсем-совсем зимнего ассортимента, но что-то другое, не знаю. То есть это тоже надо обсуждать и смотреть, значит, как сезон у них может выглядеть по-разному. А сезонность, когда есть прям повышенный спрос, точно как вы здесь вот видите, третий, четвертый квартал, прям вот подъем, вот тут прям вот эти вот цифры, не цифры, а на графике мы видим, вот они. Значит, в этот момент больше всего сделок, скорее всего, дороже транспорт, ну и надо смотреть, как у них это работает, учитывая удаленность этого региона от места вашего производства. Очень интересный вот этот вот слайдик. Внешнеторговый баланс. Многие говорят, это сложно, что такое внешнеторговое сальдо, мы не понимаем. Я вам очень просто скажу, что такое внешнеторговый баланс. Это очень полезный показатель, который надо, ну, хотя бы знать о его существовании, по возможности проверять. Смотрите, что это такое. Это все в привязке к одному коду ТНВ. Вот если бы здесь сейчас стоял не 84-13-120, а 62, там, например, 09-90-10, там, детское для девочки пальто шерстяное, ну, к примеру, да, абсолютно точно мы бы для одной и той же позиции посмотрели бы в разных странах. Смотрите, зеленый вот этот вот столбик – это импорт в страну вот этого товара, а голубой столбик, голубой – это экспорт из страны этого же товара. А баланс сальдо – это разница между одной и второй величиной. Так вот смотрите, как интересно. Вот, например, Перу ввозит огромное количество вот этого кода, да, товаров на большую стоимость, больше, чем вот эти все страны, видите, Латинской Америки, прям много стран посмотрели, специально вам, чтобы было показательно. Много импортирует, но экспортирует совсем чуть-чуть, значит, все практически, что он ввозит, он оставляет в своей стране, остается у него для внутреннего рынка. Смотрите, как Бразилия, картинка прям очень резко отличается, вы же видите. Ввозит немного, но зато сколько экспортирует такого же товара. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бразилия является на рынке Латинской Америки вот по этому коду ТНВ, по этому продукту, ключевым производителем. Скорее всего, Бразилия импортирует комплектующих больше, чем все вот эти ребята, да? Комплектующие, какие-то там ингредиенты, компоненты, сырье, материалы.
и сама производит вот этот товар, а импортирует только то, чего у них нет, или то, что им нужно, чтобы дальше там обеспечить, например, там какую-то бесперебойную работу оборудования у себя. По одежде точно так же. Если она максимально производит, значит, тогда наш с вами интерес к Перу и к Бразилии должен по-разному выглядеть. Вот эти ребята в Бразилии условно выпускают огромное количество. Значит, надо не просто пытаться им просто в тупую предлагать то, что я произвожу. Нет. Надо смотреть, а что вот это чуть-чуть, что они себе, чего у них нет, чего они покупают все-таки за рубежом, при том, что вон они, тут весь регион обеспечивают, да, этой продукции. Вот о чем идет речь. Это нужно осмысливать. И, ну, к сожалению, без осмысления вот этих всех данных это очень сложно понять. А еще очень интересный вопрос, если мы говорим про сбыт. Если вот эта страна по этому коду ТНВ является огромнейшим экспортером в регионе, значит, может быть, здесь это реальное объяснение. Это страна хаб дистрибьюторов и дилеров. Значит, если вы, например, хотите вот в эти все страны продавать, скорее всего, надо найти дистрибьютора в Бразилии, с ним подружиться, найти те товары, которых у него нет, с ним договориться. Он будет у вас через себя продавать вот во все остальные страны региона. Вот как это работает. Следующий очень полезный инструмент – это статистика экспорта из Российской Федерации. А сегодня мы должны у себя спросить, есть какие-то наши коллеги, партнеры по цеху, которые за рубеж товар отгружают, такой же, как и я произвожу, тоже шерстяное там, пальто для девочки, например, да, и тоже надо посмотреть обязательно, Федеральная таможенная служба публикует все эти данные, пожалуйста, пойдите на сайт, посмотрите. Значит, какие страны сегодня топ-5 покупают, ну, это вот для вот этого товара, для пальто будет какой-то другой список стран, для джинсов, там третий список стран, какой-то детский трикотаж, ясельная группа будет, еще там какой-то четвертый список стран. Но если сегодня, смотрите, в несколько стран и наших, вот Казахстан, по крайней мере, Кыргызстан, это страны Евразийского экономического союза, Узбекистан, это СНГ, а Эстония, это Евросоюз, но есть еще вот Азербайджан, Индия, Украина, Китай, Армения, то есть еще в другие страны тоже мы продаем, оказывается, можно даже по регионам посмотреть в разрезе, как, из каких регионов Российской Федерации аналогичного товара отгружается больше, куда. И к чему это? А зачем интересоваться тем, что делают мои, грубо говоря, ну, там, конкуренты, да, как некоторые меня спрашивают, а зачем нам это знать? Ну, давайте рассуждать, зачем мне это знать? Если я произвожу, я отшиваю пальто шерстяное для девочки, я не понимаю, это из России как-то удается кому-то отгружать, куда-то продавать за рубеж? Я вижу, удается, ого-го, смотрите, вон сколько регионов-то, вот этот товар отправляют, и пальто точно, пальто шерстяное для девочки тоже, явно там какое-то количество регионов. Если у моих партнеров по цеху, коллег, конкурентов, как хотите называйте, это получается вот в эти страны мира продавать товар, у меня-то почему не получится? Вопрос, следовательно, не в том, что если я пока не могу продать, не в том, что у меня страна какая-то не такая. Вот если мои коллеги по цеху в эти страны продают, значит, там нет заградительных барьеров, да, по отношению к этой продукции. Значит, вопрос только во мне. Либо у меня цена какая-то странная, либо у меня какая-то коллекция такая, которую я пытаюсь продать ту страну, которая там вообще не нужна. Это не только по там, сезонности, качеству или там, составу материалов, которые вы используете для отшива. Это может быть еще и цветовая гамма, какие-то там то, что противоречит национальным особенностям, восприятиям той или другой продукции. Вот о чем идет речь. Поэтому мы всегда проверяем, это предписано проверять, а как действуют наши коллеги Российской Федерации. Если в те страны, которые перечислены в статистике, они уже отправляют, значит, никаких препятствий нет, объективных для вас, есть только субъективные. Значит, надо работать над товаром, искать потенциального покупателя, интересанта вашего, и адаптировать свой продукт так, чтобы в целевой стране, куда вы хотите со своим товаром попасть, чтобы у вас его приняли, купили. Вот и все. Поэтому здесь очень плавно мы с вами перешли к следующему очень важному аспекту экспортного маркетинга. Я очень коротко его, чтобы вас тоже не пугать и не путать, расскажу в двух словах, но тоже нужно знать, что вот когда мы вот это все осмысливаем с вами, цифры, да, вот эту вот всю математику, статистику, мы с вами для чего это в том числе делаем? Для того, чтобы понять, как
тогда ориентироваться и как правильно, что значит адаптировать свой продукт. Вот я шью и шью какую-то там одежду, или какие-то туфельки, или какие-то сумки, например, отшиваю там рюкзачки, да, или какой-то еще сегмент. И как мне понять, как мне адаптировать для другого региона? Смотрите, если говорить коротко, в стратегии в экспортном маркетинге, стратегии теперь, как, на что ориентироваться, две основные существуют. Называются они «Голубой океан» и «Розовый океан» или «Красный океан». Вот где бы вы ни встретили, погуглите, найдете. В чем тут смысл стратегии движения в другую страну? Разная стратегия. Если та страна в отношении вашей продукции, выпускаемой вами продукции, представляет собой «Голубой океан», то есть там очень мало ваших конкурентов, там вообще практически таких товаров нет, и вот все ждут, когда же, наконец, вы со своим товаром, да, придете в эту страну, то тогда мы должны ориентироваться на потребности самого клиента, конечника, прям конечников проверять, что они покупают, что они носят, как, почему и так далее. Если мы с вами ориентированы на страну или хотим двигаться в страну, в которой ситуация высококонкурентной среды, и там миллион торговых марок, откроешь какой-нибудь Google, и прям тебя там завалит тут же на месте, сколько там чего только не продается, то тогда мы должны ориентироваться не на клиента, который покупать может ваш товар теоретически, а на конкурентов. Вот в чем разница. То есть если вы идете в страну, где вообще такого сегмента продукции нет, это, как правило, инновационное, высокотехнологичное какое-то оборудование, электроника, да, там что-то вы такое придумали, изобрели, этого нигде нет в мире, ну тогда, конечно, мы должны ориентироваться на покупателя. А вот если вы одежду того же сегмента, что и там еще 500 тысяч других производителей предлагают, то нужно ориентироваться на конкурентов и смотреть, а что предлагают конкуренты или, наоборот, чего нет у них в их торговой линейке товарной, что можете делать вы, чтобы этот кусочек рынка себе забрать. Вот о чем идет речь из того, что вы точно должны знать. В какую бы страну мира в итоге вы не собрались двигаться, с каким бы конкретно изделием или сегментом фэшн-продукции, на сегодняшний день общим правилом остается следующее. Как покупается иностранный импортный товар? Он должен, ваш товар должен вот так вот от одного к другому двигаться и соответствовать вот этим пяти основным факторам. Он должен удовлетворить потребности клиента. Вы же знаете, наверное, ну, если вы одежду продаете, обувь, неважно, аксессуары, вы понимаете, что человек покупает одежду, но не просто потому, что вот ему нужно платье. Всегда покупая какой-то товар, конечный потребитель решает какую-то потребность свою, ему нужно платье какое-то для какого-то мероприятия, платье из какой-то конкретной ткани, теплое или легкое, или дышащее, или там длинное, или короткое, и так далее. Да? Когда покупает человек, я попроще еще скажу, покупает шампунь, например, он понимает, что шампунь – это чтобы волосы помыть, да, но все-таки он какую-то проблему для себя всегда решает. Перхоть может быть, объем волос, блеск там какой-то сумасшедший появиться должен. Или еще что-то. То есть выбор из разных предложений происходит потребителем, исходя из того, какие боли у него сегодня есть. Вот что, это закон. Он работает во всех странах мира. Понимаете, только в национальные опять особенности добавляются, но в принципе теоретически любой и B2B покупатель, и B2C покупатель, то есть конечник, физическое лицо, которое должно себе купить какую-то там пару ботинок новых или там кроссовки, и B2B, то есть закупщик сети или универмага, или там какого-то маркетплейса, он абсолютно одинаково отвечает на этот вопрос. Какую боль, какую потребность закроет сейчас покупатель, когда он приобретет этот товар? Это закон. Вот как хотите, верьте, не верьте, но игнорировать это неправильно. Ну и, естественно, чтобы ваш товар купили, ваш шампунь от перхоти, а не другие еще 18 шампуней от перхоти, которые уже кем-то придуманы, ну или вашу одежду, да, не просто платье, а какое-то такое с сюрпризом платье, с секретиком. Значит, вы должны достичь этого новым способом, оно чем-то должно отличаться, грубо говоря, от всего остального, что есть сегодня на рынке в похожем сегменте. Соотношение цены и качества иметь прекрасное. Качество иметь с точки зрения клиента, то есть с точки зрения оптового покупателя стабильное качество. Не хочет ни один покупатель ни в Латинской Америке, ни в Евросоюзе, нигде, чтобы одна партия была нормальная, а вторая какая-то странная, бракованная. То есть вы должны стабильность качества гарантировать и подтвердить. Это очень важно. Ну и
дать возможность клиенту понять, в чем преимущество вашего товара. Это как раз про адаптацию. Если вы делаете презентационные материалы, делайте их на языке вашего целевого покупателя. В Мексику не надо на английском. Они, конечно, там переведут в Google переводчики, но если вы хотите прям вот получить интерес от целевого вашего, значит, на испанском. В Бразилии, на португальском, не на бразильском. На прошлой неделе ездила, проводила лекции там образовательные, спрашиваю Бразилии, на каком языке, какой вам переводчик нужен? Говорит, на бразильском. Ребят, ну как на бразильском? Ну, смотрите, читайте, гуглите. Ну, там португальский язык. То есть пишем на языке целевой страны, да, чтобы проще было понять, в чем ваш товар лучше, чем все остальные. А проще это всегда сделать на языке вашего покупателя. Что еще? Если еще подвести конечный все-таки, да, такой диагноз, все-таки какой товар можно продать за рубеж сегодня, когда и так конкуренция уже там сумасшедшая, это два. Я вот сейчас не буду вам времени там очень много вас загружать именами ученых, маркетологов. Ну, не то чтобы они ученые-маркетологи, они ученые математики и математической статистики, теории вероятности, но эти математические знания ученых, что Портер, что, например, Игорь Анцов, наш бывший соотечественник, они применимы в науке маркетинга. Поэтому смотрите, сегодня матрица конкурентной стратегии, как выходить, куда двигаться, это все-таки совместно спроецированные ваша уникальность продукта и ваше ценовое преимущество. Если у вас товар уникален, такого нигде не было, но цена заоблачная, ну, шансов очень мало. И наоборот, если, значит, у вас ценовое преимущество есть, и это очень там дешевый товар, но у него нет уникальности, вы его не продадите. Еще скажу такую вещь, мнение, что надо как можно меньшую стоимость ставить, то есть прям дешевле, 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 чтобы всех победить, это неправильное понимание мира. Если у вас качественный продукт, и он определенного ценового сегмента, дешевый товар качественный вызывает столько же вопросов, сколько и заоблачно дорогой, потому что ненормально так, так не должно быть. Да? Помните, я предыдущий, вот там 3 минуты назад говорила, что обоснованное соотношение должно быть цены и качества. То есть продать за 3 копейки, ну, грубо говоря, ниже плинтуса или в убыток, это много ума не надо, но тогда легче этим вообще не заниматься. Мы же говорим с вами про экспорт или про международную деятельность, которая означает ваш коммерческий интерес. Вы зарабатывать должны, не просто там отправить каких-то 100 платьев, значит, заплатить деньги, потом заплатить штрафы всем подряд и потом проследиться и сказать, да ну его этот экспорт, ничего у меня не получается и ничего в мире не нужно. Нет, в мире нужно все, людей много, я уже вам это показывала. Нужно просто правильно, значит, ориентироваться в этих понятиях. Что еще важно, что вы должны понимать, когда вы выбираете ту или другую страну экспорта? Как бы вы ни договорились с вашим покупателем, например, вы отшиваете производитель фабрика и сами продаете напрямую какому-то конечнику, да, какому-то магазину, например, в какой-то стране мира, у которого есть там 2 розничных магазина и, например, какой-то свой собственный там интернет-сайт в своей стране локальной, или какому-то дистрибьютору или дилеру, который, например, там на 1 страну или на 3 страны распределяет эти товары, или вы нанимаете какого-то, у вас есть либо свой, либо торговый агент, ИП, может быть, или какая-то ООО, организация, неважно, которая будет экспортером, которая будет общаться со всеми там регуляторами, таможней, налоговой службы, а у вас просто производство. Как бы вот эта вот вся модель экспортной деятельности внешнеторговой не была бы вам интересно, вы можете так это и сделать. То есть нет никаких ограничений или документов, которые бы запрещали придумывать сделку так, как вам нужно. Как у любое количество участников в ней может быть, на любых условиях вы можете это согласовывать. Есть, конечно, конвенция ООН о международном договоре купли-продажи, которые требования к содержанию контракта внешнеторгового предъявляют. Но это уже отдельная тема, другая, и не сегодняшнего разговора. Но, в принципе, вы можете договориться как угодно. Перед вами, если вы хотите заниматься экспортом, никаких объективных преград нет, что там только дистрибьютору или только там какому-то конечнику, только вот этому, а вот этому нельзя. Нет таких барьеров, они все в голове у всех. Почему-то кто-то где-то слышал, видел или просто сфантазировал. Вот. Но важно помнить, что вот эти вот ваши, вот они, вот здесь посредники, они могут в основном 3 вида быть: дистрибьютор, дилер, агент. Чем отличаются? Для фэшн-продукции, конечно, показательный и наиболее распространенный вариант посредника – это агент. Это шоурум, грубо говоря, ваш агент, который в той стране
открывает шоурум, вы туда поставляете коллекцию, он собирает там заказы, вам размещает. Это так же, как в обратном направлении мы, например, на импорте одежду в наших шоурумах, представительствах, да, делаем, отписываем коллекции. Кто-то ездит там, ездил раньше в Дюссельдорф, Fashion House, Science 2, делал заказы, кто-то ездил в Милан, кто-то в московские шоурумы, кто-то там в ваших местных шоурумах заказывает и так далее. Это агент, это юрлицо, которое только собирает заказы и размещает их на фабрике, получает свое агентское вознаграждение, там 15-20% или какую-то другую сумму. Он не участвует в ценообразовании, он не отвечает за качество продукции, он вот все там проблемы, все претензии, все уже вы напрямую определяете, вы как, например, производитель и ваш покупатель. Дистрибьютор – это другая уже опция. Она, ну, достаточно редко встречается на, все-таки на маркетплейсах, это все-таки для офлайн, для розничной торговли, но в одежде тоже, в фэшн-продукции встречается. Это уже компания, которая участвует в ценообразовании, которая покупает у вас полностью, покупает и вам оплачивает товар, и сама распределяет, например, на рынке своей страны или двух стран, или там еще как-то. Она же занимается маркетингом, продвижением, рекламу дает, претензии покупателей собирает, там сертификаты поддерживает, является уполномоченным представителем в этом регионе и так далее, и так далее. И то, и другое имеет место быть, и нет тоже никаких ограничений, с кем вы будете работать, и поэтому цепочка, вот так называемое движение товара, она, собственно, и зависит от того, как, с кем вы выбрали основную работу. И что в этой связи очень важно, да, немножко тоже это к другому, к рискам в это относится, но уж пользуясь случаем, пока вы сегодня слушаете, думаю, что это очень важно. Кто бы ни был ваш иностранный контрагент, когда вам написали какие-то люди, конечно, нужно понимать и проверить их добросовестность, вообще-то настоящая компания или нет, может, это мошенники какие-то, да, что за ними, она зарегистрирована, кто управляющий, какой юрадрес, что у них там с финансовой ситуацией. И поэтому есть целый перечень баз данных, вот они здесь на слайдике, да, у меня, которыми вы можете пользоваться, часть в бесплатном режиме, часть в платном режиме, более подробная информация, где вы можете найти и проверить вашего иностранного контрагента перед тем, как с ним там контракт подписывать и договариваться о каких-то с ним условиях. Их несколько, этих ресурсов. Сейчас я прямо на скринах быстро покажу, как это работает. Например, Федеральная налоговая служба. Это наш ФНС, налог.ру. У них есть вот эти открытые базы данных иностранных государств. Прям по алфавиту открываете списочек, выбираете страну, которую интересуете, переходите по активной ссылке, попадаете в государственный реестр юрлиц этой страны. Очень удобно. Вот, я здесь два примера привела. Вот так выглядит реестр электронный для Армении, он русскоязычный, это страна ЕАЭС. Вот так выглядит для Германии. То есть либо по названию, вот здесь можно название компании, можно по другим, по профилю, можно по регистрационным данным, по номеру ИНН. То есть вы открываете, проверяете, есть такая компания, нет, что с ней, кто там и так далее. А если страна сложная, ну, то есть, например, в Германии там хорошо, там все о себе на сайтах пишут всю информацию юридическую, и поэтому в регистре тоже можно найти, но есть у нас неблагополучная в этом плане Африка, то есть там в цифровом формате почти ничего нет, в интернете найти ничего невозможно. Или, скажем, Юго-Восточная Азия, какие-то маленькие страны, которые не выкладывают о себе этот реестр, или у Российской Федерации нет с ними соглашения. Или Латинская Америка, тогда мы обращаемся вот к этим нашим помощникам. Это торговое представительство Российской Федерации в разных странах мира. Это подразделение Минпромторга, интерактивная карта, тоже есть там ссылочка. Открывайте страну, которая интересует, вот, например, в данном случае на скрине Финляндия у меня. И телефоны, контактные данные, почта, туда можно делать запрос, например, вот такая компания, ничего про нее в интернете не нашла, подскажите, пожалуйста, где проверить, может быть, вы подскажете, может быть, что-то про нее там слышно, видно. Очень удобно, это наши с вами помощники, тоже бесплатно. Есть коммерческие структуры, например, BBP Сбербанка, вот смотрите, сервис партнеры, проверка контрагента, в 212 стран мира уже BBP площадка дает юрлица, занесенные в их базу, в которую можно проверить, более 300 миллионов юрлиц, это огромное количество на самом деле, до недавнего времени самый большой ресурс был Компас, сейчас тоже его покажу, но там порядка 60 миллионов компаний, у BBP уже больше 300 миллионов, по 30 параметрам проверки можно посмотреть, то есть смотрите, что вы хотите, вот какую-то стандартную справку, расширенную, оттуда, отсюда, что вам нужно, на каком языке,
смотрите образец приведен, как может выглядеть такая информация, и дальше за какие-то деньги ее покупаете. Деньги вменяемые, и если речь идет о том, чтобы отгрузить товар с отсрочкой платежа, вы понимаете, ну как отгрузить товар вообще непонятно кому, того, с кем вы живьем не видели, и даже если вы туда ездили, в эту страну, не факт, да, где, куда вас там водили, что вам там показывали в этих разных странах. Поэтому, конечно, проверка – это очень полезная вещь. Вот еще один ресурс – Компас бесплатный. Здесь порядка 60 миллионов компаний в 70 странах мира. Тоже можно по названию, по стране, по отрасли, по ИНН найти, открыть и посмотреть, что за компания, что за ней и так далее. Это очень удобно. А, значит, что еще? Что еще? Я сейчас этот экономический блок здесь пропущу, он большой, потому что, как бы сказать, тоже отдельная история. Если понадобится или будет у кого-то интерес, или ну, как-то тогда вот вы к организатору этого марафона, да, обратитесь, если нужно будет что-то еще, пожалуйста. Но вот еще что очень важно. Смотрите, какая бы страна мира перед нами не находилась, как виртуальная пока или потенциальная, да, куда хотелось бы, наверное, двигаться, формы каналов сбыта на рынок этой страны много разных. И я на этом слайде собрала только те, которые работают реально без ограничений. Ну, то есть не для какой-то одной страны придуманы, а вообще куда хочешь, туда и можешь пользоваться. Значит, смотрите, что здесь. Поисковые системы. В большинстве подавляющих стран это Google, хотя он не везде, конечно, занимает там 90% трафика, как в странах Евросоюза. В Китае вообще меньше 30 по понятным причинам, да, в России около 60 трафик Google был, не знаю, как сейчас, после всех этих санкционных историй трансформируется, а в разных странах мира разные. Есть поисковые системы локальные. Поэтому, конечно, если вы, например, какие-то экзотические страны хотите двигаться, выясняйте, какие поисковые системы там максимально распространены. Потому что думать, что весь мир смотрит Google, неправильно, не смотрит весь мир в Google. Точно совершенно есть локальные провайдеры, поэтому или операторы, поэтому нужно смотреть и размещать рекламу у них. И еще очень важный вопрос. Любая поисковая система, контекстную рекламу вы там даете, или что-то еще вы там публикуете какие-то вещи, или там органику поднимаете, описание, всегда нужно помнить о том, что все эти ресурсы, они бездонные. Сколько вы туда денег не закинете, они столько, значит, проглотят и не поперхнутся. Поэтому если вы хотите начать давать рекламу на другие страны мира, проверяйте, чтобы тексты ваши все, каждое слово – не в Гугле было вами переведено, не в Яндекс.Переводчике, а носителем языка обязательно на живом языке страны прямом и обязательно носителем языка выверенные. Я вам приведу пример, вы сейчас поймете, что я имею в виду. В Германии, например, в одной Германии 17 диалектов. Представляете себе, 17 диалектов. То есть люди даже в одной федеральной земле, Нордрейн-Вестфален, например, да, где столица Дюссельдорф, в Хагене и в Кёльне, например, это примерно там 60 километров удаленность двух городов, разные слова называют, вернее, разные предметы называют разными словами, семантика другая, то есть ну, вообще другие слова. Вот вы представьте теперь, вы перевели Яндекс.Переводчик, например, на какой-то испанский язык в Мексику и туда заслали. Но мексиканский, испанский и испанский, испанский, материковый, Испании, европейский, это разные языки, вы же понимаете, они отличаются, да? Поэтому, естественно, поисковые системы, все рекламные кампании, которые вы там можете или хотите делать, их делать можно, это работает. Но обязательно проверяйте только с носителем языка, только адаптированные тексты, только так, как в этой стране работает этот поиск. Никак по-другому. Здесь вам специалисты продвижения помогут, компании диджитал-маркетинга, которые этим занимаются. Отраслевые объединения производителей или продавцов, конечно, изучаем в стране, например, как, есть ли какое-то объединение там, всех производителей текстильной отрасли или обувной отрасли или там еще чего-то, где они встречаются, какие у них основные мероприятия, какой сайт у них, может быть, там какие-то статьи полезные. Обязательно нужно изучать и быть в теме, смотреть, чем они живы, что они, каким образом они это регулируют и так далее. Следующее – это международные выставки разного формата, отраслевые, специализированные, конгрессно-ярмарочные площадки. Вы знаете, что по одежде, по фэшн-продукции есть специализированные выставки. Например, даже ну вот там ЦПД, Дюссельдорфская, бывшая сейчас CPM, которая в Москве, и CGF, например, это все про одежду, да, только
одна выставка полностью детская, а другая как бы универсальная. Поэтому мы смотрим, какие есть выставочные мероприятия и для чего вам выставки. Я вас, конечно, не агитирую немедленно поехать куда-то на край света, обязательно на какую-то выставку. Это дорогостоящее мероприятие. И очень часто, к сожалению, начинающие наши экспортеры, которые думают, что выставка – это круто, туда главное приехать и правильно отель подобрать, ну и там билеты на самолет, да, своевременно купить, и еще культурную программу себе, и тогда вот все будет здорово. И вот мы приедем и будем сидеть в своем павильоне, и все к нам прямо повалят пачками, заключают с нами контракты. Так не работает, к сожалению, для того, чтобы выставка была эффективной, неважно, в какой стране мира она проходит. Процесс подготовки к ней занимает, ну, там, от месяцев 3-4 до 6. Это активная работа, это предварительное знакомство и с участниками рынка, и свою продукцию нужно направлять и приглашать их на эту выставку. Вот тогда только у вас выставка будет успешной. Для того, чтобы не ехать, учитывая в условиях ограниченного возможного там авиасообщения, можно смотреть сайты. За пандемию все вот эти мероприятия, все конгрессно-ярмарочные площадки и организаторы перешли в онлайн-формат. У них у всех есть и списки экспонентов этого года, прошлого года, и что там обсуждалось, и так далее, со всеми контактами. Смотрите, изучайте, кто был на выставке, что там, сколько, какие контракты заключались, какие позиции, что они выставляли, чего там не было, а у вас есть, и значит, наверное, есть смысл туда с вашей продукцией попытаться поехать, и так далее. То есть это тоже аналитическая такая мыслительная работа, которую обязательно нужно делать, если вы хотите достичь результата правильного. Бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, что это такое? Это как раз вот та самая история, которую проводит Центр поддержки экспорта региональные, субсидирует разное количество денег там в разном процентном соотношении, когда вывозят представителей наших производителей за рубеж под уже готовые встречи, прям конкретно B2B, выезжаете на 2-3 дня в какую-то страну, и там вот у вас прям один за другим нон-стоп идут встречи с потенциальными покупателями, да, с которыми предварительно уже проведены переговоры. Реверсно – это когда к нам приезжают иностранные байеры и с нами ведут разговоры здесь, и то, и другое и делается, работает. Выясните в своем региональном центре поддержки экспорта, у вас есть ЦП Приморского края, точно совершенно, что там есть из того, что вот на этот год у них уже запланировано, куда вам было бы полезно попасть. Маркетинговые исследования, безусловно, важнейший инструмент продвижения, потому что маркетинг – это ведь, еще раз, это система продвижения. Если вы не изучаете, как выглядит рынок той или другой страны, что там продается, что там не продается, что там нет, какие там цены, вы не сможете сориентироваться, ведь вот как понять, мой товар не продается, он почему никто не хочет его купить, как вот иногда мне говорят на предприятии, мы в 1000 адресов разослали свои КП, и у нас там всего 3 ответа, что нам неинтересно, еще там 12 ответов, что я в отпуске буду, ну это автоматическое, да, уведомление, а остальные ничего не ответили, скорее всего в корзину отправили это письмо, ну потому что, значит, вы отправляете совершенно неинтересующий товар, неинтересный, поэтому даже и не захотелось ни ответить вам на письмо, ни вопросы дополнительные задать. Конечно, нужно изучать и смотреть в стране мира, что продается, как, каким образом, какие основные участники рынка и так далее. Диджитал-маркетинг я уже так частично называла. Они, кстати, по поисковым системам могут помогать эти поиски выстраивать и рекламную кампанию бюджета составлять, планировать, чтобы вы не выползли за там, доступный вам бюджет. И сегодня, конечно, SEO-продвижение – это поднятие в рейтинге вашего сайта, ваших позиций, когда в поисковиках других стран будут искать какое-то изделие и будет показываться ваш сайт. Это все, ребята, уже российские наши делают. У нас есть несколько агентств, которые занимаются конкретно SEO-продвижением за рубеж. Поэтому, если вам это интересно и нужно, смотрите, ищите не просто маркетинговые какие-то агентства, а конкретно, кто работает с диджитал-продвижением SEO за рубеж. Вот таких не очень много, но есть хорошие, толковые, талантливые, они это делают. Это работа тоже, здесь как бы талант, знаете как, талант здесь, конечно, в креативном мышлении и в дисциплине, то есть по всей методологии отрабатываются инструменты, как правильно оценить рынок той или другой страны именно по цифровым форматам, по цифровым сведениям, чтобы никуда не лететь, не ехать, не читать там миллион статей журналов, а конкретно по изучению цифровой среды понять, какие шансы выйти на рынок туда. Ну, то есть, сейчас поясню, что я имею в виду, может быть, сложным языком говорю. Ну, например,
Представим себе, если я хочу продавать в какую-то страну, да не знаю, там Бразилию, это, например, я должна понять, а как житель Бразилии вообще подбирает одежду, что делает, он вообще куда, он идет в Google или он идет в какой-то местный, например, какой-то поисковик, или это очевидно, все мы все знают, что, например, в Бразилии есть какой-то маркетплейс такой прям единый, который там основной по одежде, там все покупают одежду, ну так же, как в Германии, из Оланда, да, есть там другие какие-то ресурсы, не буду сейчас там их всех называть, их много разных, вот, поэтому нужно понять, каким образом в цифровой среде, именно в интернете, присутствуют те или другие производители, те или другие изделия, те или другие торговые марки. И вот это могут делать, конечно, только специалисты. Там тоже есть часть информации в открытых источниках, надо просто понимать, видеть эти цифры, правильно их интерпретировать. А есть и платные базы, поэтому SEO, продвижение, диджитал-маркетинговые вот эти все инструменты, они сегодня работают. И это действительно очень полезные современные инструменты, которые позволяют без всяких поездок на край света понять, какие шансы, даже минимальную цену клика понять, сколько будет стоить там каждый, например, отклик на ваш сайт, сколько денег для этого понадобится. Онлайн-продажи, ну, маркетплейсы, прямые или маркетплейсы, здесь, безусловно, я думаю, даже комментировать особо не надо. Мы с вами понимаем, что одежда сегодня – это все-таки, конечно, это эра маркетплейсов. Никто не отменял магазин офлайн, все понятно, но за пандемию, за 2 года мы с вами свыклись с тем, что, конечно, продажи именно в сегменте онлайн-продаж фэшн-продукции растут, они до сих пор растут. Растут кратно, и поэтому, безусловно, маркетплейс как витрина ваших товаров в другой стране – это очень важный, действенный, рабочий инструмент для продвижения вашей продукции. Другое дело, что, смотрите, что бы хотел, на чем бы хотел ваше внимание сакцентировать, что маркетплейсы – это инструмент, который тоже очень широко представлен в мире. Аналогично тому, как неправильно думать, что поисковые системы – это Google и ничего больше, также неправильно думать, что маркетплейс – это Alibaba, Amazon, ну там еще там пара, eBay, например, да, и все. Это неправильно. Alibaba – это огромный ресурс, Amazon – это тоже огромный ресурс, но они не единственные. И в разных странах мира разные ресурсы, маркетплейсы работают по-разному. Поэтому можно ориентироваться и нужно изучать, на каких платформах, на каких маркетплейсах ваша продукция максимально органично будет выглядеть, да, и где она найдет целевого потребителя. Потому что маркетплейсы бывают такие общие, мировые, огромные. Они бывают национальные, локальные, то есть для какой-то страны или региона, например, да, и они бывают специализированные по сегментам продукции. То есть, условно говоря, одежду можно купить вообще просто на каком-то Амазоне, где есть все, от станков там до зубочисток, я не знаю, там, и там же и одежда. А есть исключительно специализированные маркетплейсы. Я уже приводила пример тот же Золанда, на котором, конечно, основной упор делается на одежду, и там это мультибрендовая огромная витрина, там огромное количество марок, и там вы их и смотрите. Плюс еще всегда, конечно, выбор маркетплейса должен сопровождаться осмыслением, что вы видите, вы должны знать в лицо ваших конкурентов торговые марки по сегментам, по нише, и идти-то на эти площадки, какой смысл вам выходить на маркетплейс, где ваши целевые не ходят, а как понять, еще раз, где высококонкурентная среда, в одежде почти везде конкурентная среда высокая, на конкурентов ориентируемся, то есть вы должны знать, кто ваши конкуренты основные, и вот там, где они продают товар, вот это нужно осмысливать и применять уже к своей продукции, вот так это работает, поэтому, пожалуйста, тоже не используйте, не живите стереотипами, что вот Amazon это все, вот надо туда и так далее. Это все-таки тоже такая очень большая витрина, где есть и мусора много, есть и хорошие, и полезные товары, и, в общем, это неоднозначный такой инструмент. Смотрите даже маленькие маркетплейсы, смотрите локальные, и чем более он узко направлен на конкретную страну, конкретную провинцию, конкретный климат, конкретные национальные особенности, тем больше шансов, что именно размещение на такой площадке вам позволит найти своего покупателя. Ну и последний из действенных инструментов сбыта или каналов сбыта продукции – это
Ваш отдел продаж надо обучать, то есть если у вас есть маркетолог, который работает сегодня в Российской Федерации по сбыту товара, значит, для того, чтобы начать работать на зарубеж, нужно немножко все-таки доучиться, может быть, походить куда-то, закончить либо курсы какие-то, либо да просто смотреть вебинары специалистов-экспертов, которые такие мероприятия проводят, да, смотрите тот же центр поддержки экспорта, смотрите, вот вы сейчас являетесь участником интереснейшего марафона, да, специализированного, отраслевого, пожалуйста, вам в рамках этого марафона эксперты разных компетенции с разных сторон, так сказать, баррикад показывают эти процессы. Поэтому это тоже очень полезно. Смотреть и слушать, не изобретать велосипед. То, что давным-давно придумано, опробовано. То есть смотреть и слушать практиков, которые знают, как это работает, и могут вам для вашей продукции сделать правильные, так сказать, рекомендации. И учить своих, конечно, да. Всегда свой человек в штате, который любит марку, который знает, который проникся, это может быть владелец, это может быть нанятый сотрудник, это не важно абсолютно. Но, конечно, у вас должен быть какой-то человек, который все-таки за международное вот это все пространство отвечает, поскольку и он должен понимать, с какой страной, как отвечать и как общаться. И хорошо, если там язык знает в какой-то степени, хотя бы чтобы для уровня переписки хватало и так далее. Очень, знаете, обидно, когда... Ну, какие вот примеры, вот я вам приводила пример, говорит, мы в 1000 адресов разослали свое КП, это не одежда, это там другой был товар, и вот такой отрицательный результат. Почему? Спрашиваю, начинаем же разбираться, как отправляли, куда, где взяли эти 1000 адресов, с каких баз вы их там вытащили, кто эти люди, которым вы написали, и что вы там отправили. Очень часто случается, что презентационный материал отвратительный. Ну, то есть взяли КП, ну, это вот оборудование было, неважно, КП на бланке завода, на русском, естественно, да, исходящий номер там 28, большой текст, мы там большие, такие хорошие, вам предлагаем купить за подписью директора там, этого замдиректора завода на русском языке. Копия с копией какая-то плохая. Естественно, эти там 995 адресатов, получивших письмо, подумали, что за бред, и просто это выкинули, даже не пытаясь как-то понять, осмыслить. Естественно, а что, из PDF-а надо вытащить Word, а потом перевести, что ли, какой-то русский текст? Зачем? Нет, конечно. Значит, презентационные материалы должны быть адаптированы под вашу продукцию, под целевую страну, еще раз повторюсь. И это, вот знаете, даже для одежной сферы, для фэшн тоже очень важно, потому что если у вас есть, у вас у всех прекрасные луки, вот эти лукбуки, да, книги, в которых коллекция обозначена, ее миссия, ее там цель, ее идея, цветовое, там визуальное, да, полностью отображение, это все прекрасно, но это не продающий же инструмент, это же не презентация, это же не company profile, это не коммерческое предложение, не offer. Company profile и offer – это очень конкретный документ, который тоже должен быть красивый, безусловно, с вашими чудесными картинками, но у них назначение другое, этих презентационных материалов. Company Profile рассказывает о том, что вы, о, Ромашка, например, или вы, Иванов Петр Сергеевич, вы отличный, надежный производитель. То есть мы в этом документе, в этой презентации, она обычно небольшая, там слайдиков 10-12, более чем достаточно, показываем историю компании, как развивалась, сколько людей в штате, какие обороты, какой юридический адрес, что производит, чем известны, чем знамениты. То есть мы доверие к себе вызываем, что даже ИП Иванов, но если у вас нет в штате людей, да, там, сотрудников, вы всегда можете написать, что у вас на подряде, не знаю, там 24 человека швей, которые отшивают. То, что на ИП Иванов в одиночку уже не может там 1000 единиц отшить, но это же элементарно, понятно, да? А это пугает, что такое ИП, какой-то ИП, и что он там будет, мне 3 единицы отправлять изделий? Вот, то есть company profile – это общая история организации, ваше предприятие, ваши достижения, условия работы, как вы работаете, на каких условиях оплаты, например, да? С какими регионами, какая минимальная партия, то есть вот такие вот вещи мы там пишем. И, конечно, естественно, какой сегмент, да, для какого возраста, или там какие ткани, какие составы, какая концепция, какая миссия и так далее. А вот офер – это уже вполне конкретный прайс-лист с цифрами, с какими-то понятными с матрицей размеров, цветов, артикулов, чтобы можно было четко уже понимать, как выглядит вообще матрица ваша, что собой представляет, насколько она там широкая, насколько... размерный ряд представлен и так далее, и так далее. То есть вот эти вещи, те, что многие отправляют свою красивую презентацию идеи и концепта коллекции, например, это совершенно не то, что нужно отправлять потенциальному покупателю. Ну, плюс еще раз напомню, на языке покупателя
Это ну, послевоенное время, середине 20 века, Вилли Брандт сказал, немец, который, в общем-то, с ним сложно не согласиться, что такое правило, и немцы его сегодня придерживаются, и не только немцы. Если ты хочешь продать мне свой товар, ты должен говорить со мной на моем языке. Вот что такое правило Вилли Брандта. То есть, если я хочу продать товары, заинтересовать, например, в Мексику, на испанском надо делать, не на английском. Да, прочитает кто-то на английском, конечно, но кто-то не будет пытаться тратить время и лишние усилия, да, на то, чтобы что-то там еще поизучать, дополнительно время потратить. Поэтому, пожалуйста, об этом помните. Так, вы знаете, вот на этом на самом деле я, наверное, и закончу, потому что вот сейчас еще только одну вещь вам покажу. Очень важно, что экспорт – это не только продажа B2B, то есть я продаю, а ты у меня покупаешь. Экспорт еще может разные витиеватые формы такие иметь, да, когда контрактное производство, когда вы находите заказчика и на базе своей фабрики отшиваете для него коллекцию под его торговой маркой. Это тоже экспортный проект. Может быть, ну, конечно, это не совпадает, например, с вашей там идеей продвижения собственной торговой марки, но, например, выход на валютную выручку и научиться по этой технологии работать – это очень полезно. А потом уже потихоньку свою марку будете продвигать в эту или другую страну. Могут быть какие-то разные контрактные производства с экспортом в другую страну, консигнационная модель. У нас в таможенном кодексе есть несколько разных таможенных процедур, которые позволяют, например, если вы заранее знаете, что будете для экспорта отшивать коллекцию, ввоз сразу по таможенной процедуре, переработку на таможенной территории, чтобы импортные платежи не платить за ввезенную ткань, пуговицы, нитки, а уже полностью учесть это в экспортном товаре и так далее. Это сложные модели. К чему я это? К тому, что мир экспорта и мир внешней торговли не заканчивается исключительно вот этой моделью, как я вам картиночку показывала. Я произвожу, продаю, и кто-то у меня покупает. Ну, так или иначе, много, мало, дешево, дорого покупает. Экспорт чем прекрасен и чем прекрасна внешнеэкономическая деятельность в целом? Тем, что, значит, тем, что вы можете использовать очень разные варианты своего сотрудничества с иностранными покупателями. Нет ограниченного какого-то перечня, вы можете спокойно, так сказать, использовать большой ассортимент имеющихся для этого моделей. Вот на этом, наверное, я бы закончила, потому что время мое подходит к концу. Значит, я надеюсь, что что-то из сегодня услышанного вы для себя почерпнули, увидели. И если у вас возникнут вопросы или какие-то комментарии, продолжения общения, пожалуйста, обращайтесь к организаторам, которые для вас собрали разных экспертов и, конечно, вам на ваши вопросы ответят. Уважаемые потенциальные экспортеры, я бы хотела закончить на том, что все-таки внешнеэкономическая деятельность – это хороший потенциал. Не ориентируйтесь, пожалуйста, на эмоции. Если мы говорим с вами о бизнесе, да, то неправильно действовать стереотипами и эмоциями. Кто-то сказал, я где-то прочитал, вот где-то слышал, вот это все не работает. Я вам сегодня привела много параметров, так как специалисты работают. Специалисты работают с математикой, с цифрами, со статистикой, с там, математическими формулами, с расчетами. И это очень важно, не поддаваться эмоциям, и то, что сегодня нам какая-то страна друг или не друг, а завтра наоборот, это, ну, как бы это бывает, это было всегда и будет дальше. Наша с вами задача – думать о себе, о своих бизнесах, о своих сотрудниках, о своих семьях, развивать это направление. И поэтому предпосылок или каких-то ограничений, сложностей на сегодня, ну, вот в том моменте, как они есть сейчас, я думаю, через пару месяцев мы уже поймем с этим санкционным списком, что в итоге все-таки останется как ограничение, а что уйдет по мере того, как эмоции будут меняться, все-таки успокоятся, да, и все эти меры запрета тоже успокоятся. И с другой стороны, в очередной раз вот на моей профессиональной деятельности уже третий кризис серьезный, реально вот прям такой большой ведовский, просто такого большого не было по масштабам, рано или поздно все приходит в норму, и всегда любой кризис – это возможность, да, для выхода на рынок новых поставщиков, всегда так, потому что
когда, например, H&M громко говорит, да вот я от вас ухожу, это не означает, что завтра, понимаете, у нас полстраны останется раздет. Это означает, что вместо H&M вот у нас уже сейчас огромное количество и турки к нам просятся, и ждут уже мы встречи с согласованным, байеры будут приезжать, они хотят эти ниши занять. Точно так же, как где-то в какой-то стране мира развивается кризис, и там с этого рынка уходят какие-то поставщики, это значит, они для вас место освобождают, вот и все. Этого не нужно бояться, нужно этим просто пользоваться. Поэтому я вам желаю успехов, я вам желаю оптимизма, обоснованного, да, такого здравого. И я вам желаю вот этого такого здравомыслия, как бы спокойного, рассудительного отношения ко всему, что вы видите и слышите. Там, где вы можете сами справиться, конечно, вы сами справляетесь и оцениваете эту информацию. Я вам сегодня инструменты дала. Там, где вы сами не можете пока в начале пути, в этом нет ничего удивительного, это большая другая профессия, да. Ваша задача все-таки красивые изделия изготовить, придумать, изготовить, реализовать и сделать мир красивым, тогда вы обращайтесь к специалистам-профессионалам. Вот, я на этом с вами прощаюсь, вам сегодня хорошего вечера и дальше оптимизма, здоровья и успехов в этом очень интересном и перспективном направлении развития собственного фэшн-бизнеса. Спасибо большое. Марина, большое-большое вам спасибо. Вы в чате увидите, что все очень благодарны и считают бесценной информацию. Но здесь есть вопрос Ольги Квачко. Она спрашивает, к какому специалисту можно обратиться с запросом на анализ продукта, чтобы понять, в какую именно страну его наиболее эффективно экспортировать? Да, смотрите, если вы относитесь к сегменту МСП, скорее всего, относитесь к малое и среднее предпринимательство, можно посмотреть в реестре, вы есть или нет в реестре МСП. Я бы в первую очередь рекомендовала обратиться в Центр поддержки экспорта. Погуглите Центр поддержки экспорта вашего региона и обратитесь туда и скажите, вот у меня есть продукция, я хочу выходить на экспорт, пожалуйста, дайте мне услугу поиска иностранного покупателя или маркетинга, или что-то еще, подскажите мне, вам дадут подрядчика, который для вас эту работу сделает. Я почему абсолютно точно в этом уверена, вот компания «Экспортдинс», которой я руковожу и владею, мы тоже подрядчиком 20 регионов, центров поддержки экспорта 20 регионов Российской Федерации. И для разных регионов по запросу центра поддержки экспорта и по запросу МСП такую работу делаем. У вас есть свои региональные, просто ну понятно, что страна огромная, у вас есть свои там специалисты. Центр поддержки экспорта вам даст профессиональную компанию, которая и консультации может провести, и подсказать, в какую страну идти, и сам Центр поддержки экспорта вам наверняка распечатает справочную информацию статистическую, поэтому это ваш первый помощник, я бы сначала туда вам рекомендовала. Вторым этапом зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт» в РЭЦ, Российский экспортный центр, там тоже много информации бесплатно в доступе зарегистрированным пользователям предоставляется. Вот это то, что бесплатно можно сделать, что очень важно в начале пути. Большое спасибо вам. Очень интересно было и послушать, и, конечно, кажется, что очень перспективно вот в плане нашего марафона и всего проекта эта работа, потому что мы как раз о масштабировании бизнеса наших региональных производителей, как бы вот их вывести. Да, потому что рынки и возможности региона, они ограничены, да, у вас ведь в регионе не вырастет население, это не увеличится в три раза, чтобы вдруг всплеск спроса, да, увеличился. Значит, смотрим рядом. А куда рядом? Мир. Вот мы прямо этот слайдик себе прямо зафиксируйте, в котором 75% зеленого сектора, да, желтенький Евросоюз, который капризничает, дай бог с ним, и мы 3% ЕАЭС, а дальше весь мир, пожалуйста, никто вас туда не ограничивает, двигайтесь, ищите, развивайтесь, это абсолютно точно. Огромное спасибо. Спасибо вам, до свидания, отключаюсь, всего доброго, всех благ, всего доброго. До свидания. Ну что, коллеги, спасибо за внимание, завершаем нашу встречу.